Доброе утро, у микрофона Антон Башков. Антон Башков. Меня зовут Владимир Назимов. Владимир Назимов. А я гражданка Никонорова. Гражданка Никонорова. И каждое утро мы строим Дом восходящего солнца. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. В Екатеринбурге 7 часов 12 минут. Здравствуйте, доброе утро. Сегодня 8 ноября, пятница. День очень невеселый для некоторых людей, например, для меня. Потому что какие-то непонятные технические проблемы не позволили нам выйти ровно в 7 часов утра. Сейчас 7 часов 12 минут в Екатеринбурге, и мы ведем свой эфир из Дабл Грилли Бар на 8 марта 8Б. Доброе утро, друзья! Эти аплодисменты все нам, дорогие друзья, и вам самим, собственно говоря. Да уж, признайся, что ты записал аплодисменты, и сейчас в пустой комнате абсолютно ставишь просто фонограмму для того, чтобы всех слушателей надуть. Вот тебе ответ на твои инсинуации. Все идет абсолютно вживую, да. Сегодня 8 ноября, пятница, за окном плюс 6, синоптики днем обещают нам ясное небо, солнце плюс 12. Будет, что у нас сегодня будет происходить, это просто невероятно, потому что мало того, что нас сегодня можно будет слышать в эфире из Double Grill Bar, нас еще можно еще и видеть. Уже видно, я вот тебя уже вижу сейчас в телевизоре. На сайте rockarsenal.ru заходите, там рядом с кнопкой «Послушать Rock Arsenal» есть кнопочка «Посмотреть Rock Arsenal», поэтому можете наблюдать уже визуально, что здесь происходит. Так что спасибо большое кинокомпании «Рада», да? Спасибо огромное. Что сегодня нас грозит? Мы сегодня немножко поговорим о рок-музыке в нашем родном отечестве и конкретно о Свердловской рок-музыке, о Свердловском рок-клубе. Это первое. Второе. Сегодня Алексей Коршун в рубрике «Рок-календарь» расскажет нам о том, как любовь к азартным играм вдохновила Алана Парсонса и Эрика Вульсона в 1980 году записать новый альбом. Я так предполагаю, что пацаны просто перекинулись подкидного дурака, видимо, и Парсонс проиграл, пришлось записывать альбом. А могли бы на раздевании поиграть? Да, я обращаюсь ко всем присутствующим сегодня в Double Grill Bar. Сегодня 8 ноября. Все помнят, что 7 ноября, кто-то наверняка из сидящих здесь помнит, проходила так называемая демонстрация трудящихся. Угу. Во знаменование очередной годовщины. Дальше я произносить не буду, потому что великая и так далее, никакая не великая и не годовщина. В общем, собственно говоря. Октябрьская, но в ноябре мы это отмечали. Чувствуете противоречие? Удивляло, да. Вот, поэтому у меня большая просьба ко всем собравшимся. Наверняка есть люди, которые ходили на эти демонстрации, наверняка помнят массу смешных случаев. Вы пока в голове их гоняйте, мы их сегодня обязательно озвучим, прежде всего. Да, потому что вчера нам не удалось поставить все, что вы поназаписывали на наш автоответчик. Ну и в студию к нам тоже не всегда возможно дозвониться, поэтому сегодня живьем, без купюр, возможно, с какой-то там особенной лексикой, особенно ярко эмоционально окрашенной, вот так вот, не то чтобы ненормативной. Можно рассказать любую историю, которая вам кажется интересной для не только вам, но и для остальных людей. Что касается наших друзей Рада Студии, благодаря которым нас сегодня, как и уже в третью пятницу подряд видно на сайте Rock Arsenal, то это компания, которая осуществляет многокамерную видеозапись и интернет-трансляцию мероприятий и событий, производство представительского видео, оцифровку домашних архивов, аудио, видео, кино и фото. Телефон 206-96-36. Это профессионалы. Обращайтесь, они все сделают красиво. Даже мы красивые на экране. Ну что, едем дальше? Едем. Утреннее шоу, друзья мои, генеральный спонсор Дома восходящего солнца, компания «Снега» с надежными элементами безопасности кровли ООО ПК «Кровтех». Реклама спонсора. Не жди, пока снег свалится на голову. Установи «Снегос». Теперь громко извинюсь за то, что мы поздно начали. У нас, как вы сами понимаете, мы каждый четверг поздно вечером Антон Алексеевич монтирует здесь студию, потом мы ее разбираем. Вот, поэтому, естественно, какие-то накладки неизбежны. А поскольку отдельного комплекта аппаратуры у нас пока нет, надеемся, что появится скоро, то вы уж нас простите. У меня один вопрос. Кто-нибудь вчера вечером по городу ехал? Вы видели, как... Ехали, видели, да? Все видели или мне одному показалось, что город... Какой бы глагол-то найти, а? Полируют. Тоже на букву «П», но я хотел другое сказать. У нас так всегда будут его полировать после 7 ноября? Нет, перед этим
Я рад, что вы меня поняли, да? То есть государь всей Руси приезжает, город чистый. Будем надеяться, что зиму встретим чистыми. Что-что? Ну да, царь очень приятно, да, согласен. То есть не я один это видел, все это видели, это хорошо. Этого не видели жители отдаленных районов Екатеринбурга. Почему? За городом. Это видели жители центральных районов. Ты, по-моему, готовишь новости. Я рад за тебя, хорошо. Вот это новости у нас сегодня будут. То есть первую часть я уже рассказал. Насчет 7 ноября, насчет демонстрации, то, о чем я говорил, в обязательном порядке. Ну, тут есть люди, которые наверняка ходили на них, поэтому вы так для себя пару историй приготовьте, хотя бы одну. Мы обязательно поговорим об этом, потому что, ну, я вам честно скажу, такого надувательства, как это было, ну, я думаю, это не будет больше повторяться, но это было смешно, по крайней мере, какие-то вещи наверняка у вас есть. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему мы сегодня будем говорить про отечественную рок-музыку, в частности, про Свердловский рок-клуб, но, тем не менее, вот начальство сказало «надо», и говорить мы будем. Кто-нибудь знает какие-нибудь привязки к этому, к сегодняшнему числу, насчет рок-клуба? Дело в том, что в ближайшее время у нас в городе состоится масса концертов отечественных рок-музыкантов. И поэтому мы будем говорить. У нас есть много билетов на розыгрыш. Вот в чем дело. Поэтому сегодня у вас будет шанс, очень многие будет шанс выиграть билеты на концерты ваших любимых. Братья Дорошенко сегодня принимают участие. На батутах! Наши все знайки знают все. 30 секунд новости. Так, ребята, мы сейчас будем говорить о новостях. Всем спасибо еще раз, что пришли. Продолжаем. Оззи Осборн прозвучат в концертном зале на 104 FM. Ну а далее свежие новости от гражданки Никаноровой. Новости. Доброе утро, мои хорошие. Президент Путин внес в Госдуму законопроект о более широком использовании государственных гимна и флага с целью развития патриотизма у населения. Кстати, население до сих пор толком не знает основных государственных символов, как выясняется. В этой связи Путин предлагает, чтобы российский триколор постоянно висел на зданиях общеобразовательных учреждений и поднимался во время всех видов массовых мероприятий, проводимых в их стенах. Государственный гимн президент предлагает обязательно исполнять перед первым занятием 1 сентября, по моим наблюдениям, многолетним он и так там звучит, а также во время торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам. Хочется спросить, а как же Новый год? Мы будем его встречать без государственного гимна? Видимо, да. Видимо, в школах, да. Я имею в виду, новогодние утренники обойдутся без гимна. Это а, представляете, наш сегодняшний с вами завтрак начинается с гимна. С подъема триколора. Кстати, поднимите руку, вот честно, кто текст знает? Только честно, все три куплета? Соу-соу, конечно. Так, ясно все? Да. В общем, согласно недавним исследованиям, вы не одни такие. Около трети россиян до сих пор не могут правильно назвать расположение цветов на государственном флаге страны, путая их местами. Еще хуже дела с гимном. Только 54% россиян смогли правильно произнести его первые строчки в ходе августовского опроса в ЦИОМ. Многие россияне, преимущественно старшего поколения, гораздо лучше помнят советский гимн. Союз нерушимый, он здесь уже. Мы его вбили, гвоздь, конечно. Гвоздь в голове. Лучше всего из государственных символов народ знаком с гербом Российской Федерации. Его может верно описать 86% населения, показал тоже исследование в ЦИОМ. Визуалы, что поделаешь. Москва корректирует региональные бюджеты. Федеральный Минфин рекомендовал регионам экономить на социалке и увеличивать ставки по налогам. И рекомендации Минфина придется исполнять, чтобы не лишиться федеральных субсидий. Проект бюджета обсуждали накануне на заседании профильного комитета областного законодательного собрания. На обсуждение были приглашены представители Екатеринбургской мэрии, депутаты муниципальных парламентов, областные министры. Обсуждение было бурным. До драки вроде не дошло, но тем не менее. В итоге проект рекомендован к принятию. Министр финансов Галина Кулаченко заявила, что область не будет финансировать екатеринбургских льготников и существенно сократит финансирование программы столицы. Последствия бюджетной экономии в Екатеринбурге скажутся уже с 1 января. В городе отменят льготы на проезд в общественном транспорте. Мэрия готовит такое постановление. По словам вице-мэра Александра Высокинского, перед мэрией стоит выбор либо отмена льгот, либо полное банкротство транспортных предприятий. Это связано с размерами трансфертов из областного бюджета в социальном значимые проекты города. Вот такое у нас с вами светлое будущее. Придется все-таки с государственным гимном отмечать Новый год.
Две трети отелей Екатеринбурга не получили звезд. Как пишет портал 66.ru, сейчас в городе 109 гостиниц, способных принять по 9 тысяч посетителей каждая. Но о получении категории позаботились только 38 отелей. В Екатеринбурге при этом по-прежнему преобладают гостиницы, способные предоставить 3- или 4-звездочные сервисы. Уже неплохо. Ну и напоследок, олимпийский факел улетел в космос, но обещал вернуться. Милый, на Международную космическую станцию его доставил международный же экипаж, который в четверг на «Союзе» стартовал с Байконура и уже пришел на борт МКС. В субботу, 9 ноября, факел вынесут в открытый космос наши космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский, причем факел будет не зажженный, как опять же нетрудно догадаться. На Землю олимпийский символ вернется 11 ноября. Запуск корабля с факелом застрахован на 2 миллиарда рублей. Сколько? Хорошая на страховка. На 2 миллиарда рублей. Да, пока это все новости. И он все-таки улетел? Ну, за такие деньги, знаешь, я бы тоже улетел. Нет, меня поражает, что он был застрахован, и он улетел. Ну, бывает. А, вот о чем ты говоришь. Конечно. Извините. 8 ноября 1971 года группа Led Zeppelin выпускает свой 4-й студийный альбом, который все меломаны называют очень просто. «Четвертый Цепелин». Да. Альбом вышел на лейбле Atlantic Records, и как вот меня всегда вот это убивает в последнее время. Знаете, когда это было? Это было 42 года назад. А какая музыка, господа! Да. А кто-нибудь помнит, какие главные треки самые яркие с этого альбома? Хотя бы три штучки. А хотя бы сама-то помнишь? Я-то помню. У нее бумажка под глазами. Нет, бумажки ни при чем. Слушай, далее, на 104 FM, Led Zeppelin, Black Duck. Первый трек в альбоме. Дом восходящего солнца. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу. Все хорошо? Так, у нас народ решил встать. Здравствуйте. Значит, друзья, как я уже сказал, очень приятно, что у нас появляются люди, и уже не первый раз, которые не просто нас слушают, но еще и не халявят, а о чем-то своем рассказывают, о том, что им нравится, о том, что мы просим. И вот сегодня у нас еще один такой человек, он сейчас представится, сам все расскажет. Здравствуйте, зовут меня Евгений. Ну, сегодня я вам расскажу о группе Kraftwerk, о моем знакомстве с ней, ну и с моем любимом альбоме Die Die Machine. Ну, прошу прощения, Damage Machine, прошу прощения за мой немецкий. Знакомство, ну, как обычно, через Rock Arsenal, примерно в апреле в программе «Тысяча и одна песня» обсуждали, представляли песню «Мы роботы» в английском варианте. Меня это заинтересовало, ну и дальше понеслось. То есть узнать, прочитать, послушать все, что можно было. И с тех пор пошло мое увлечение, в принципе, электроникой, как старого образца, так и современного. Вот, за что Rock Arsenal, конечно, отдельное спасибо. Ну, а самой группе Kraftwerk. Kraftwerk с немецкого переводится как «электростанция». Немецкий музыкальный коллектив из Дюссельдорфа, внесший заметный вклад в развитие электронной музыки. Группа образована в 1970 году Флорианом Шнайдером, Ральфом Хьютером и Вольфганом Флюром и Карлом Бартосом. О самом альбоме. В 1977 году во время работы на Транс Европа Экспресс по заказу Ральфа и Флориана специально для записи были изготовлены секвенстер, который они и продемонстрировали другим участникам группы. Позже Вольфган вспоминал в своей автобиографии: «Как барабанщик я становился все более ненужным». Использованный секвенстер способен синтезировать, запоминать и видоизменять фрагменты песен, что привело к изменению темпов работы и процедуры записи. В то же время многие музыкальные журналы и критики считали музыку Kraftwerk безжизненной и сравнивали ее с продукцией роботов. Именно эти идеи и стали основой для следующего альбома группы, названного позже Damage Machine. То есть человек-робот. После выпуска сложной авангардной работы Trans Europa Express группа начала работу над альбомом Damage Machine, отличающийся от предыдущего простотой и мелодичностью композиций, а также ставший значимым событием в электронной музыке. Kraftwerk старались облегчить и упростить композиции. Причиной этого служили технические проблемы секвестеров, которые не могли... Я прошу прощения. Которые не смогли запоминать более 8 нот. А теперь выйди и еще раз начни. Девушка шутит. На всем альбоме продолжает прослеживаться использование популяризованного
Популярная группа приемный моторик, состоящая из простого пульсирующего ритма, который практически не меняется и подкрепляется простой партией баса. Что-то с дикцией плохо. Альбом оформлен фирмой Карла Клевиша. На лицевой стороне обложки, сделанной в виде конструктивистского плаката, помещена фотография группы, сделанная Гюнтером Флерингом на лестнице его студии. Название альбома передано на четырех языках – немецком, русском, английском и французском. Задняя сторона обложки представляет собой пастиш на работы Эли Лисицкого и выполнена в характерных для советского конструктивизма тонах. Также помещена строчка по-русски «Я твой слуга, я твой работник» из песни «Ди Роботер». Ну, на всякий случай. Вообще, альбом был впервые представлен в 1978 году в Париже. Многие журналисты, характеризуя музыку Крафтворк, называли ее мертвой и холодной и сравнивали с продукцией роботов. Музыканты лишь недоуменно пожимали плечами. И в 1978 году они внезапно осознали, что это весьма перспективная визуальная идея. На концертах и презентациях в самом деле стали выставлять вместо себя кукол. Сохранилась фотография Ральфа и Флориана на выставке «Человек-роботов». Эта выставка, очевидно, и подтолкнула революционеров к их революционной идее. Головы взялся изготовить мюнхенский скульптор, мастер по витринным манекенам. Он изготовил и раскрасил 4 пластмассовые головы, каждому из музыкантов пришлось долго позировать мастеру. В Дюссельдорфе головы подрузили на самые обычные манекены. Немецкое телевидение показало народу кукол, певших по-русски «Я твой слуга, я твой работник». И презентация альбома должна была состояться в Париже. Но впустить в эту страну 4 огромных гроба французский таможенник наотрез отказался. Когда один из ящиков вскрыли, служащему стало плохо, и придя в себя, он решил отправить сопровождающий груз Вольгана и Карла куда следует. Через несколько часов, занимаясь муспросветом и отдавив сигналы всю таможню, они все-таки получили разрешение проехать в Париж. На парижской презентации столы ломились от игры шампанского, но вместо живых музыкантов у стены стояли 4 пластмассовых урода. Возмущенные журналисты разодрали в мелкие клёчья всю одежду, в которую были наряжены манекены, наверное, на сувениры, как утешил себя Крафтворк. В целом, по поводу группы, сейчас огромное количество всевозможных электронных устройств, комбинирующих что угодно и как угодно. Поэтому, возвращаясь к началам, к истокам, это смотрится немножко, конечно, слушается, конечно, немного наивно, но очень приятно. Ну, я считаю, что действительно без Крафтворка, без его идей, наверное, современное развитие электроники было бы не таким. Ну, все, спасибо, что послушали меня. Спасибо большое. Не уходи далеко за то, что ты... Нет, ты можешь сейчас сесть. Я имею в виду, в принципе, не уходи далеко. Спасибо большое за то, что человек прочитал, он получит у нас, если мне так, где-то у нас кто-то исчез куда-то. Да, я здесь. Таня, то есть ты в курсе, ты вручаешь, да? Ну, там прочтут, все нормально. Я сегодня во время этого доклада вспомнил две вещи. Тут прозвучала фраза «электронное устройство» под названием «секвенсор». Ну, может быть, кто-нибудь помнит это, может быть, кто-нибудь знает. Грубо говоря, это запоминающее устройство, которое может с любой скоростью воспроизвести, что сегодня с речью, воспроизвести любую музыкальную фразу. И я отчетливо помню, когда они появились у нас в стране, где-то в конце 80-х, все заговорили об одном. Ну все, привет клавишникам. То есть эта машина может играть с любой скоростью, любые пассажи, никаких проблем. Я вам скажу честно, прошло 20, ну, примерно 20 лет, лет 18. Сейчас клавишников хороших днем с огнем не найти. Секвенсоры есть в каждом компьютере, у всех, а клавишников нет. Поэтому электронная машина не заменяет самого музыканта. А второе, что мне понравилось в докладе нашего сегодняшнего докладчика, это по поводу таможенника, который кое-что не пропускал. В былые годы, когда советские музыканты ездили за границу, это личная история, сам не ездил, но мой учитель ездил, в Болгарию поехал оркестр Турченко. Так вот тогда с музыкальной аппаратурой были проблемы, и у бас-гитаристов были колонки размером вот с этот шкаф, вот не меньше, я вам честно говорю, примерно вот такие. Там стояли советские динамики А9, Антон Алексеевич знает о нем, о чем я говорю, да? Вот. Они занимали, конечно, не все пространство. Этот шкаф был якобы рассчитан, он назывался колонка бас-гитары. Носить его можно было только вшестером, но не потому, что он был тяжелый, динамики тяжелые. Он был весь забит водкой. Задняя стенка открывалась, прокладывалась поролоном. Там, ну я не знаю, туда входило ящика 3,5 точно. Ящик был, если вы помните, 20 бутылок, по-моему. Вот. Поэтому у музыкантов не было проблем за границей с обменным фондом раз, ну и желанием выпить два. Так что...
Жаль, что эти комбики ушли. Вот сейчас видите, что мы имеем. Ну столько спрячешь? Ну сколько? Ну две бутылки. Так дольше отворачивать будешь и заворачивать не полтора ящика. Поэтому музыканты из этого находили всегда выход. Дальше у нас по программе, если мне не изменяет память, сейчас мы глянем, она у нас большая, поэтому не обижайтесь, я буду подглядывать. По поводу 7 ноября, кстати, вот к разговору. Ваш покорный слуга не очень любил, но был вынужден ходить на все эти массовые демонстрации трудящихся 7 ноября и 1 мая, если не память. Да, 1 мая. Честно скажу, самая лучшая история, которая у меня была, она была связана с тем, что время от времени самым непродуманным людям, попавшим на демонстрацию, вручали штандарты, так называемые, не знаю, можно их называть штандарт, ну, портреты, короче, с изображением членов Политбюро ЦК КПСС. Повезло тому, кто нес какого-нибудь товарища Демичева. Сейчас объясню почему. Потому что он его брал перед тем, как идти по площади, проносил портрет Демичева, а потом его можно было легко бросить. Одному моему совсем вот неторопливому знакомому, скажем так, он чуть-чуть заторможенный, не повезло, ему достался портрет Брежнева. И, как вы сами понимаете, когда ты проходишь площадь, я говорю сейчас не о площади Екатеринбурга, это было в другом городе, недалеко здесь, в частности, это было в Верхней Пышме, необходимо найти место, куда можно положить портреты. А машина почему-то переехала. И парень думает, как-то неудобно Брежнева бросать на дороге. То есть вот, вот Брежнева он... На дороге не Брежнева валяют. На дороге не валяются, да, шел, конечно, во главе колонны. В общем, он минут 40 искал, в то время как мы, бросив где попало все, что нам дали, совершенно лихо в соседнем подъезде распивали портвейн, ни о чем не думали. Поэтому кому не повезло, тот носил Брежнева. Я вообще, честно говоря, не очень любил туда появляться, потому что это было холодно, мне не нравилось пить водку на улице или портвейн в подъезде, поэтому я как-то не предпочитал. Но скажу вам честно, в былые годы для того, чтобы отмазаться от этого мероприятия, необходимо было накануне, ну скажем, 6 ноября, принести справку о том, что ты не можешь, не знаю, простыл, там, заболел, что-то случилось и так далее. Если справки не было, все, до свидания. Вплоть, ну, не до увольнения, но до проблем с работой это точно. Не знаю, у кого как, у меня такое было. Я справки не приносил, я просто приходил. Насколько я знаю, в Екатеринбурге вообще была кровавая история. Не кровавая, конечно, в кавычках кровавая. Это когда нужно было от площади Уралмаша пешком идти до площади 905 года. Чтобы... Зика собирались, да? Возле Зика собирались колонны, да? А то есть они не на площади Уралмаша? Они подходили с разных улиц, то есть фронтовые бригады. Ага. То есть от Зика сюда не шли пешком? Да. Это сколько по времени? Часик где-то? Часа полтора. Полтора? Там же занимались еще с восточной, по-моему, колонна. Потом с Челюскинцы пришло колонна. Так. И потом все это дело пелось на площадь 5-го года. Уже финальный. Слушай, я вам точно построю здесь отдельную коробку. И назову все знайки. Вот серьезно, да, кроме шуток. Нет, у меня отец на Зике работал, я обязан был с ним. Понятно. Поднимите руку, кто ходил на демонстрации? Нормально. А кого носили? Нормально весело у вас было. А, Борис, ну, кто готов? Ты рвешься сюда? Нет, я думал, ты идешь сюда. Давай я начну что-то. Наконец-то, тихо сидящий. Представляйся, рассказывай. Добрый день, Готинов Петр. Значит, я расскажу, это была не ноябрьская демонстрация, первомайская. Мне было 6 лет, я попросил родителей, чтобы меня взяли на демонстрацию. Старшее поколение помнит, что у нас висели такие Энгельс, Карл, Маркс, Ленин. И, ну, как бы такое, ну, из трех штучек состоящие. И отдельно, значит, вожди висели там Хрущев, и я больше остальных не знаю по тому времени. Это год 61-й был. Значит, идем мы по площади, и невинный такой ребеночек 7-летний говорит папе: «Пап, смотри, вот Ленин умер, Карл Маркс умер, Энгельс умер, а Хрущев все еще живой». Вот. Мне запихивают, значит, шоколадку размером моего роста и поддерживают, пока мы идем, меня, значит, непрерывно вталкивают шоколадки, чтобы я вообще не мог открыть рот. Я до армии, честно говоря, ну не мог шоколад есть после этого. Все, спасибо. Спасибо большое. Кто-нибудь еще, может быть, готов вспомнить какую-нибудь интересную историю, связанную с 7 ноября? Давай, Петрович, Петрович, you welcome. Привет, Денис. Привет, Денис. Проходи. Красивая футболка. Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Корякин. Для всех Петрович. Я вижу, вот Петр ты. Петр ты где? Да тут. Мы с тобой из одной страны. Только у меня маленькая другая история.
Я работал на заводе художником. Не пигармаш такой завод, на вторчем месте. Моя задача была сделать проекты вот этих праздничных машин, которые едут. Ну, по площади, по улицам. Автомобили, обреженные во всякие штуки. А народ за ними шел. То есть месяц я в мыле был на работе. На демонстрации мне ничего не давали, если слава Богу. Но не доверяли. Все, кто участвовал вот в этой вот подготовке, все получали какие-то грамоты, там, плотники, столяры, сварщики, которые эти все конструкции делали. А художника никто не поощрял. Хотя я очень много работы. Обидеть художника может каждый. Это да. Вот помочь материально. Но понять душу художника не всякий сможет. Спасибо. Спасибо большое. Значит, кто это все? Это великолепие демонстрационное. Ну да. Рисовал. Колеса красили белой краской. Петрович, а афиши для кинотеатров не приходилось рисовать? Работал в ДК «Энергетик». ДК «Энергетик»? Кто-нибудь помнит? Это Южная Пассация. Ой, нет, там я ничего не могу. Так, Петрович, скажи честно, картины известных художников подделывал? Копировал. Копировал? Копии есть данные. Друзья, я думаю, это достойно аплодисментов. Слушай, Петрович, подожди. Вот сейчас была произнесена хорошая фраза. А они у тебя есть, эти копии? В данный момент есть одна копия. Ну, то есть она, ее можно сюда принести. Да, она да. В багете 3x3 или небольшая? Там размер небольшой. Здравствуйте, проходите. Но оформленная работа, копия фрагмента с каким-нибудь чем. Слушай, ну так давай мы посмотрим как-нибудь. Может, ты принесешь ее? Господа, давайте поаплодируем. Нам принесут копию. Возможно, она чего-нибудь стоит. Немного, не мало. Да, между прочим. Рассказываю одну тоже интересную историю. Она косвенно связана с 7 ноября, но тем не менее такой случай был. Одна моя знакомая 7 ноября 1981 года не пошла на демонстрацию. Ну, не пошла. Не знаю, по каким причинам, не захотела. Разумеется, был скандал, там какое-то решение премии и так далее. Все. Она в знак протеста положила, у нее был такой стол, если кто-нибудь помнит, работал в различных там КБ и так далее. Стол, накрытый абсолютно полностью стеклом. Знаете, да? И под это стекло что-то, бумаги там вкладывали и так далее. Она в знак протеста положила, ну, примерно А4 фотографию Брежнева. Если вы, я не знаю, как это говорили, у нас сегодня 8 число, о том, что Брежнев умер, нам объявили 10 ноября. Соответственно, 10 ноября 1982 года Леонид Ильич закончил свое существование на этой земле. Вот, все посмеялись и сказали, типа, ну ты больше никого не клади. К власти приходит, если память не изменяет, господин Андропов, да? Да. Она кладет Андропова. Умирает Андропов. Там начинают делать ставки. Кого она положит следующим? Ну, первым избирают Черненко. На следующий же день здоровенный портрет Черненко на пол стола. Он тоже, как вы знаете, представился. В общем, в том анекдоте вы будете смеяться, но Константин Устинович тоже. Да, совершенно верно. Все закончилось тем, что когда пришел к власти Горбачев, разумеется, девушка тоже положила этот портрет. Я обломалась. Нет, портрет убрали. То есть приходит утро, а как вы понимаете, портретов, кто он там был, генеральный секретарь коммунистической партии, на дороге они не валялись. Если память не изменяет, портрет Брежнева стоил 1,85 рубль в магазине. Ничего себе, у тебя воспоминания. Нет, у нас, знаешь, меня удивляло, тогда же цены были в районе там 20-30-70 копеек. Я не знаю, вот Петр, наверное, помнит. Да. То есть рубль с копейками, это же сколько можно было взять в фитяске? Полторы бутылки. Конечно, мы брали фитяску. Вот, поэтому хорошо. Они портрет Брежнева. Они портрет Брежнева. Зачем нам портрет Брежнева? Что? Зачем нам портрет Брежнева? Ну, действительно, да. Кстати, продавались пластинки с его вещами. Хорошо записанные. И пластмасса была хорошая, качалась так в руках, как фирменная пластинка. Володя, я понимаю, что ты вчера, отсутствуя в эфире, очень истосковался по разговорному жанру. Давай сейчас ты мне дашь микрофон, и я проведу конкурс. Потому что у нас куча призов на самом деле, и мы просто не знаем, как от них избавиться. Давай, давай. Выходи тогда. Давайте просто раздадим. Ага, сейчас. По алфавиту раздавать будем, да? Да. 2 минуты? И дурдом. Ну хорошо. 3 минуты, значит, начнем. Тогда мы успеем только небольшую прелюдию устроить. Мы сегодня решили объявить утро русского рока. Я уже немножко объяснила, почему. Потому что действительно очень много интересных концертов в ближайшее время будет. Ну и для того, чтобы найти концерты, выиграть билет, сейчас попробуем потрудиться.
Вопросы сегодняшней нашей викторины касаются Свердловского рок-клуба, вернее, его участников, очень хорошо известных вам наших свердловских и екатеринбургских рок-музыкантов. Вопрос номер один. С места не кричите, руку поднимайте, лучше выходите сюда, чтобы вас все увидели и услышали, какой вы молодец. Итак, какой вуз закончил Вадим Самойлов из Агаты Кристи? Минуточку, дополнение. И какой факультет? Даже еще группа. А кто? Сокурсник, что ли? Папа учился. Ага, все понятно. Вот, ребят, вот вас мы очень хорошо знаем, а вот тут вот новое лицо. Выходите, пожалуйста. Сейчас будем... Ну, извините, ну, пацаны, что девочки не уступите, что ли, место? Смотрите, какая хорошая. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, правильно. Вадим Самойлов закончил УПИ, радиофак. И это правильный ответ. И ваши аплодисменты. И вы получаете приз, два билета на концерт группы «Король и Шут». Да. 13 декабря в телеклубе. Плюс дополнительная еще скидка 15% на меню здесь, в гриле. Дабл, короче говоря, здесь. Никонорова. Приходите. Я пошла в эфир. Я предлагаю на 30 секунд сейчас подготовиться, потом выйти с обзором русского... Свердловского рок-клуба. Хорошо, Владимир Александрович. Думаете, да. А потом, пускай там Мишка вещает и вещает, а мы продолжим с конкурсом. Хорошо, приз в любом случае вы получаете. Ваши аплодисменты. Я пошла туда. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на Рок-Арсенале. В Екатеринбурге 7 часов 45 минут. Доброе утро снова сегодня. Восьмое, да? Восьмое. Ага. 8 ноября, пятница, великолепнейшая неделя. Мы ведем свой эфир из Дебл Гриль Бар на 8 марта 8Б. Именно здесь сегодня происходит самый настоящий рок-н-ролльный завтрак. Всем приятного аппетита. Очень рада вас видеть здесь. Вы такие удивительно свежие, хорошо выглядите. Вообще молодцы. Спасибо. Так у них работа такая, хорошо выглядит. Это мы тут... А мы можем себе позволить выглядеть как угодно. Мы же по радио, нас же не видно. Ха-ха, нас видно теперь. Спасибо, рада студии. Теперь нам приходится краситься всем. Ну, а продолжит Владимир Назимов. Спасибо, коллеги. Мы сегодня поговорим вот о чем. О том, что много лет назад, в 1900, если мне память не изменяет, в 86-м году в Екатеринбурге открылся так называемый Свердловский рок-клуб. Не хочу сказать, что это было неожидаемое предприятие, но идея летала в воздухе. Первое. Уже существовал рок-клуб в городе Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде. Он, по-моему, сработал с 83-го года. У нас тоже было огромное количество людей, которые играли рок-музыку, которые хотели где-то ее показывать. Показать ее где бы то было невозможно, потому существовало огромное количество препятствий, связанных с литовками. То есть в государственном масштабе это было невозможно. Да и даже в небольшом, в нашем городском было невозможно. Поэтому, насколько я помню, под эгидой обкома КПСС или обкома комсомола, что-то в этом роде, что-то там с обкомами было связано. В ЛКСМ, да? Ага. Открыли тот самый так называемый рок-клуб. Вообще, на самом деле, не знаю, как для слушателей, но для участников, для музыкантов, это было не самое главное. Потому что, как говорил Черномырдин, что бы мы ни открывали, у нас получается КПСС. Помните, да, его знаменитая фраза? Вот примерно то же самое было у нас. То есть это были какие-то иногда смешные собрания в большом количестве. Выступали там члены Союза композиторов Советского Союза, которые сами не понимали, зачем они здесь, а мы не понимали, зачем они к нам пришли. Для нас это было самым главным, и связано это было только с тем, что возможность выступить на сцене, на любой сцене, была самым основным. И эту возможность нам предоставили путем там небольшого прогиба по так называемым литовкам, когда это называлось «залитовать текст». То есть, грубо говоря, разрешить данное произведение, причем, повторяю, только текст, музыку никто не литовал. Играй хоть три ноты, хоть чижик-пыжик, никаких проблем. А текст нужно было залитовать в обязательном порядке. Это была возможность просто выступить. Поэтому для большинства, ну, с моей стороны, музыкантов, которые там принимали участие, это просто была официально разрешенная площадка, где можно было играть громко музыку, которая тебе нравится. Кстати, любопытная вещь. Почему-то никто тогда, в те годы, не играл каверов на известные песни со сцены. Не позволяли, видимо. Слушай, нет, может быть, не позволяли, может быть, не писали свой текст, не знаю. Но на самом деле там было исключительно авторское право. То есть все играли свои собственные произведения. И было достаточно интересно, по большому счету.
Слушай, ну, а скажи, пожалуйста, да. А вот в рок-клубе это же было как бы это было официальное трудоустройство? Нет. Нет? Нет. По-моему, если память не изменяет, там было 2-3 ставки, которые были, существовали реально, тогда были понятия. У кураторов всяческих. Я не знаю, не в курсе. Наверное. Мы до туда не доходили, не долетали до этой высоты, поэтому, возможно, что-то и было, но мы об этом не знали. Дальше у нас в программе Юрий Борисович Мишков. Он вам расскажет. И покажет по возможности. Про день рождения Бонни Райт. А-а-а! У нас же именинница. Друзья, у нас же именинница. Есть смысл поаплодировать. Happy birthday. Так, Никанорова, как всегда, ушла в подполье под названием «Новости». Новости у нее — это подполье. Давайте продолжим. Следующий вопрос. Ну, кстати, и приз неплохой. Второй вопрос, да. Ну, я думаю, вы тоже на него знаете ответ, к сожалению. Так вот, вопрос следующий. Кто из участников Свердловского рок-клуба служил в милиции? Ну, хорошо, давай. В милиции служил Владимир Бегунов. Правильный ответ. Петр. Ну, ты получишь у нас два билета. Два билета плюс скидочная карточка. Когда на сером пишут черным, хорошо видно, прекрасно вообще. Хорошо, ну и чтобы братья Дорошенко не обвиняли меня в предвзятости, сейчас я задам вопрос для всех и для них отдельно. Итак, какая известная рок-группа, известная, повторяю, стала последним членом Свердловского рок-клуба? Кто-то знает? Предположение? Выходи сюда с предположением. Вот все знайки-то у нас появились. Возможно, это смысловые галлюцинации. Смысловые галлюцинации. Возможно, он попал. Поздравляю. Что? Приз-вопрос для братьев Дорошенко. Приз-вопрос для братьев Дорошенко? Значит, мы сейчас организуем под... Не уходи. Мы сейчас организуем подклуб под названием «Давайте завалим Дорошенко». Это будет Дорошенский клуб. Нет, я думал, вы задали. Я задам? Нет, у меня нет таких вопросов. Потом, когда я буду рассказывать про гадость. Серьезно? Да. Все, договорились. Сегодня Денис у нас... Аплодисменты ему. Сегодня Денис у нас будет рассказывать про Агату Кристи. Братья Дорошенко застрелятся от вопроса. Владимир Александрович, у меня предложение. Давай. Постоянным, скажем так, членом клуба всезнаек, клуба rockarsenal.ru, я предлагаю по приходу сюда ставить кляп. Нет, на самом деле мы... Да-да-да. Не будем. Я хотела просто обратить ваше внимание на то, какой приз получил Денис. Не зря он хорошо знаком с творчеством смысловых галлюцинаций. Он получил фирменный приз от смысловых галлюцинаций. Это диск и кривой классный стакан, на котором написано «Вечно молодой, вечно пьяный». Потом можете обратить на него внимание. Вещь такая стильная. Да, надеюсь, Денис будет использовать по назначению этот стакан. Денис, скажи нам честно, ты абстинент? Он пока латент. Понятно. Тогда стакан тебе придется вживую. Да, кстати, подтверждение. Кажется, я эту информацию сообщал парочку утренников тому назад. На старый новый рок действительно приезжает группа Eurythmics. Так что есть возможность послушать. Это первое. Гоняйтесь за билетами. А второе, по-моему, точно. Вот, по-моему, все-таки точно. Группе Eurythmics обратились с просьбой не играть новые произведения, а сыграть как раз те, которые, ну, которые все любят, которые все знают. Так что вполне возможно, что коллектив будет играть некий сет, связанный, некий сет из старых произведений, конечно, это там 70-е годы и тому подобное. Все это они играют, но поступила просьба к ним сыграть именно этот сет. Так что, может быть, мы услышим старую музыку. Ну, по крайней мере, микбокс в их составе есть, то есть, соответственно, один из участников имеет место быть. Ну и последний анекдот, поскольку я говорю о старом новом уроке, последний анекдот, который мне очень понравился, от Евгения Гринбурга. Очень шикарный. Я уже знаю. Нет, он хороший, хороший, нормальный анекдот. То был предпоследний. Да, то был предпоследний. Так вот, город Житомир, приезжает сын после долгого обучения в различных учебных заведениях. Отец ему говорит: так и сынок, так и ты просился учиться в МГУ, папа платил 5 лет. Так и потом ты решил учиться дальше, в Ельском университете, опять папа платил 4 года. Сейчас, после этого Ельского университета, ты учился в Гарварде 2 года, и папа опять платил. Наконец-то вернулся домой. Теперь у меня к тебе один вопрос.
ты таки будешь мужским портным или женским? По-моему, шикарный анекдот, мне очень нравится. Эти аплодисменты по Гейнбургу передадим. У меня пробки? У меня нет пробок, поверьте мне, я проверял. У меня ни в ушах, нигде пробок нет. Наш как у утки. Нормально все, как заходит, так выходит. У меня вот какое предложение к вам сегодня. Я недаром говорил по поводу 7 ноября, по поводу демонстрации и так далее. Если у кого-то какая-то история есть, вы, пожалуйста, не забывайте, там руку поднимайте, мы прервемся сразу, с двух секунд, что называется. Есть еще один момент, можно я добавлю? Добавь. Дело в том, что мы еще не со всеми нашими друзьями, нашими гостями, кто приходит к нам по утрам, успели познакомиться. Каждый раз мы видим знакомые лица, со многими мы действительно уже подружились, но есть всегда есть и новички. И нам бы хотелось, конечно, познакомиться с вами поближе, поэтому при первой же возможности выходите, отбирайте у меня или у моих коллег микрофон, да, и рассказывайте о себе, как вас зовут, какую музыку вы любите, почему вы с нами сегодня в такую рань, как так вышло. В общем, не стесняйтесь, мы будем рады. Да, не стоит прилипать к стулу и смотреть нам в рот, не знаю, на нас и так далее. Ради бога, выходите, у нас демократия реальная, что называется, а не прочитываемая. Да, сегодня у нас во втором часу нашей программы будет музыкант Леван Ломидзе. Что он будет делать, Антон Алексеевич? А вот это, ой, не факт, что он будет. Серьезно? Только что звонили из аэропорта, сказали, что возможно, может быть, вероятно, вполне, процентов этак на несколько, что Ломидзе к часикам к 9 появится, только не раньше. Понятно все. Ну, то есть в любом случае появится. Ну, я тогда думаю, да, вот жду звонка, ожидаю. На самом деле, мы вполне можем... Своим утренним шоу мы можем перенести рубрики и сначала вот, кстати, сделать чуть-чуть. Аэропорт звонит. Звонит Кольцова. Да. Дашки. Вот после этого бейте нас в том, что мы в записи. Через 30 минут. Хорошо, в таком случае они будут на месте уже, да? Ура! 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 Ну, хорошо, добро понял, все, работаем. Расскажи нам, расскажи, что ты знаешь. У нас поменяются местами рубрики «Дурдом, восходящего солнца» и «Перепел-перепелок». То есть сначала будет «Дурики», а потом «Перепелики». Хочу сказать сразу, откуда появилась фраза «Дурдом, восходящего солнца». Начало это было хорошее. Все же знают. Да? Все знают. Поднимите руку, кто знает. Это называется «Все». Ты в сговоре с ними! Ты в сговоре с ними! Ты с женщиной спрашиваешь, знает ли кто-нибудь что-нибудь? Ну да, действительно. Но на самом деле все очень просто. Когда программный директор Михаил Юрьевич Симаков, который, кстати, сегодня появится в 9 часов здесь, как обычно, предложил эту рубрику «Дом восходящего солнца», ничего плохого никто не слышал, «Дом восходящего солнца». Ничего плохого из нормальных людей. Барышня, которая находится за моей спиной, услышав это, в лед приклеила к слову «дом» слово «дурдом». Юля, если ты наклоняешься, то ближе ко мне, пожалуйста. Обломайся. Мы вам не мешаем? Нет. Мешаете. Да, дорогие Антон и Юля, в этот знаменательный день. Вот, поэтому название... Но я там был, больше не хочу. Хорошо. А название «Дурдом восходящего солнца» имеет отношение, давайте поаплодируем, вот к этой барышне. Спасибо за ваше аплодисменты. Это, конечно, неофициальное название, но оно приклеилось. Собственно говоря, многие данные мной имена, клички, прозвища, какие-то названия, которые просто я ляпнула, 12. Они приклеиваются. Например, однажды на моей бывшей работе к нам пришла на практику девочка одна. Она была всем хорошая девочка, но очень некрасивая, очень какой-то своеобразной такой внешности. И вот я как-то назвала ее картошечкой. И, в общем, никто ее уже не помнил, как ее зовут. Так и приклеилась, да? Да, так она и была картошечкой. По-моему, даже когда я отчет о практике подписывали, вписали туда именно это имя. Ну, вот такая вот беда. Ну, так что бойтесь меня. Я могу ляпнуть что-нибудь, и оно приклеится. Кстати, могу поделиться собственной историей на эту тему. Но если кто-то там где-то там вычитывал, не знаю, в Википедиях, во всех делах, моя фамилия имеет производную, что называется. Она имеет производную, ее произносят по-разному, в зависимости от степени знакомства со мной. Кто Зема, кто Зема, кто Зяма и так далее. Все, да. Наверняка кто-то это слышал, знает. Так вот, однажды звонок в дверь. Меня дома не было, но были дома родители. Мама открывает дверь, стоят два молодых человека. «Здравствуйте», — говорят они. «Здравствуйте», — отвечает мама. Два молодых человека. Мальчик дома?
Ну, в общем, понятно, они имени не знают. Мама их выручила, говорит, вам зяму, что ли? Да-да-да, нам его. Его нет дома. Володя придет позже. Володя придет позже, спасибо большое, передайте ему привет. Все. Таким образом папа узнал, как меня зовут. Он об этом не знал, знала только мама. Пробки 50 секунд. Вот, и поэтому... Мальчики тоже узнали, как тебя зовут. Да, мальчики тоже узнали, как меня зовут, поэтому папа меня после этого проверял всегда. Из прихожки говорил, зяма, я отвечал, да, он говорит, вот, отзывается. Сейчас у нас будут пробки, подождите немножко. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. В Екатеринбурге 7 часов 59 минут. Доброе утро. Сегодня 8 ноября, пятница. Мы ведем свой эфир из Дабл Грилли Бар на 8 марта 8Б. Доброе утро! Люблю такую хорошую публику, которую готовить не надо. Она сама приготовленная. Это, наша публика — это суши, я скажу. Почему? А потому что можно сырой есть. А, да. Все готово уже. А ситуация с дорог. На севере Екатеринбурга серьезные проблемы по улице Победы перед Космонавтом. Пробка просто огромнейшая. Также проблемы по Космонавтам от Победы до фронтовых бригад. Серьезные сложности. Также и по улице Шевской. При движении через улицу фронтовых бригад и далее в сторону Тюмени большая пробка. Также серьезные проблемы по улице фронтовой бригады перед проспектом Космонавтов. Будь, пожалуйста, внимательней. Владимир Александрович. Есть проблемы у нас на эстакаде, ведущей с базового переулка в сторону улицы Комсомольской. Далее у нас существует проблема по базовому перед Сибирским трактом. Есть сложности по Белинского в сторону центра перед Щерса и затруднения по улице 8 марта в сторону центра в районе Ботаники. Да, будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны, соблюдайте дистанцию и не забывайте смотреть в зеркала боковой. Друзья, когда первый раз мы здесь собирались в Дабл Грилли Бар, постоянные участники наверняка помнят, у нас вот здесь, тогда еще у нас не было ребят из радостудия, здесь стоял диван и здесь сидел человек. Звали его Алексей Борисович Куковякин. Я представлял этого человека как автора проекта стадиона, который будет строиться к 1918 году, к отборочным играм чемпионата мира 2018 года. Я объясню, почему он отсутствует. Он большой поклонник, он бы пришел. Его коллекция рок-музыки меня так реально удивляет. У него очень много винила. Но, чтобы не быть голословным, вот у меня в руках находится... Я не знаю, как это называется, честно скажу. Это не проект и не рабочий. Ну, посмотрите, вы увидите. Значит, вот чтобы не быть голословным, одна большая просьба. Это подарок Алексея нам. Поэтому есть желающие, посмотрите. Здесь есть очень интересные... Ну, для меня, как не для профессионала... Так, вы смотрите с одним требованием. Людям тоже покажете, хорошо? Передадите там. Передавайте по очереди. Да, передавайте по очереди, посмотрите. Там есть, красивое изображение. Если у нас будет такой стадион, доброе утро. Это будет очень здорово. Поэтому, чтобы не быть уж голословным, как я говорил прежде, можете обратиться, посмотреть, что в том числе и Алексей Куговякин, наш слушатель, наш постоянный посетитель. Вот, но, к сожалению, его нету по одной простой причине. По пятницам он улетает в Москву. Ну, помните, как известная песня? Поехали. Каждую пятницу я... Вот так же и он. Номер 02-798. Радиопрограмма не имеет возрастных ограничений. Доброе утро, у микрофона Антон Башков. Антон Башков. Меня зовут Владимир Назимов. Владимир Назимов. А я гражданка Никанорова. Гражданка Никанорова. И каждое утро мы строим... Дом восходящего солнца. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. В Екатеринбурге 8 часов 4 минуты, уже 5 минут. Доброе утро, сегодня 8 ноября, пятница. За окном плюс 6, синоптики днем обещают ясное небо, нам плюс 12 градусов тепла. Будет дуть южный ветер, 3 метра в секунду. Наконец-то он пришел. Мы ведем свой эфир из Дабл Грилли Бара на 8 марта 8Б. Доброе утро. Да, уже, по-моему, традиционно стало по пятницам. Очень теплая и дружная компания, за что я огромное спасибо. Очень приятно вас всех здесь наблюдать. Ну, а я скажу о чем? О том, что генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Снега». С надежные элементы безопасности кровли ООО ПК «Кровтех». Ну, естественно, коротенькая реклама. Реклама спонсора.
Не жди, пока снег свалится на голову. Установи «Снегос». «Снегос». Безопасность превыше всего. Снегозадержатели, кровельные ограждения и переходные мостики «Снегос». Отличное качество по выгодным ценам. Надежность конструкции, элегантность формы и легкость монтажа. Весь товар сертифицирован. «Снегос». Надежные элементы безопасности кровли. 216-25-62. Кровтех.ру. Дорогие друзья, в ближайшее время должна была быть рубрика «Перепел и перепелка». Я не говорю, что ее не будет. Она будет обязательно, но она переносится на чуть-чуть попозже, потому что самолет, подлетавший неожиданно к Кольцово, из-за тумана неожиданного задержался. Поэтому тот человек, который сегодня будет исполнять нам «Перепел», немножко задержится. Но мы обязательно с ним встретимся. Что еще нам грозит? Ну, нам грозит рубрика «Дом восходящего солнца». В ней будем говорить, опять же, о Свердловском рок-клубе. С вашего разрешения несколько историй, несколько интересных воспоминаний, как мне кажется. Я, кстати, уверена, что среди наших гостей сегодняшних есть люди, которые не понаслышке знают вещи разные о Свердловском рок-клубе. Может быть, вы тоже захотите рассказать? У вас будет такая возможность. Ну и едем дальше. С удовольствием. Далее свежие новости от гражданки Никаноровой. Выпуск представляет галерея, мебельный центр галереи 11 на Студенческой 11. ООО. Поехали. Новости. И снова здравствуйте, мои хорошие. Свердловские предприятия сокращают объемы производства. В следующем году значительно снизится число заказов. Причина – вырезание инвестиционных программ. Так, инвестиции в свердловские предприятия уже сократили «Газпром», «Роснефть» и «Российские железные дороги». Также скажется на объемах производства вступление России в ВТО и устаревшие технологии. Высокие банковские ставки и помощь государства позволяют модернизироваться лишь отдельным предприятиям в Свердловской области, это в частности УВЗ и ЗИК. В Екатеринбурге еще один бывший детский садик возвращен в систему дошкольного образования. И раньше здание на Павлодарской 54 располагалось подразделением МВД, теперь будет детский сад. Хорошая замена. Да, конечно. То есть, если вдруг что там бандиты какие нападут в детский сад, бегите. Городадминистрация Екатеринбурга уже начала процесс приемки объекта. С начала года силовики вернули 5 садиков, это уже 6-й. До конца года, благодаря возвращению перепрофилированных детсадов, места получат почти 3000 детей. Надеюсь, и моя дочка среди них. Я так вижу, рейдер, это картина. Рейдерский захват детского сада. Отъем у милиции. Полиции, простите. Дети в масках напали на здание. Выгнали полицейских и заняли место. Футбольный клуб «Урал» обыграл Ростов со счетом 4-2. Вчера. Есть одно маленькое, но очень важное уточнение. Вчера встречались молодежные команды. С этого надо было начинать. Да, игра проходила в непростой ситуации. Сначала игру задержали из-за того, что вовремя не приехала обязательная для таких событий пожарная машина. Затем на площадке несколько раз гас свет. Игру останавливали. В общем, несмотря на все проблемы, голов получилось много. Победили хозяева, причем им пришлось отыгрываться дважды. Сегодня на центральном стадионе сыграют основные команды. Начало в 19 часов. Кто пойдет на футбол сегодня вечером? Поклонников футбола один, у нас один среди наших гостей. Безумство храбрых! Николь, у нас сегодня русско-роковая тема, то следующие новости, последние, вам понравятся наверняка. Музыкальное издательство «Бомба Мьюзик» выпускает коллекционный виниловый бокс-сет группы «Агата Кристи». Релиз приурочен к 25-летию коллектива. В розничную продажу пластинка поступит уже 11 ноября этого года. Коллекционный бокс состоит из двух альбомов на четырех дисках-гигантах. Первый двойник называется «Избранная», на втором представлен хорошо известный поклонникам Агаты Кристи альбом «Сказки». В отличие от CD-версии этих альбомов, винилы дополнены 20 никогда ранее не издававшимися бонус-треками. Конверты пластинок оформлены в черно-белых тонах, при этом концептуальны сами диски. Часть «Избранная» выпущена на гигантах черного цвета с белыми яблоками, а часть «Сказки» на белых, соответственно, с черными. Тираж коллекционного бокса составит всего 500 экземпляров. Успевайте это приобрести. 180-граммовые пластинки произведены в Германии, упакованы в подарочную коробку. Я могу подсказать, где вы можете заказать эти пластинки. Можно жидкость этими пластинками мерить. Почему? Можно. На одну сторону весов жидкость, на другую сторону весов пластинка. 180 грамм ты имеешь? 180 грамм делишь пополам, получается. Мы по 90? Ну, по 90, да. 90 по как-то неровно. Грубо говоря, по соточке. Реклама спонсора.
Каждый год 11 ноября мебельный центр «Галерея 11» снижает цены. Только 9, 10 и 11 ноября традиционный праздник покупателя. Новемберфест. Хорошая мебель, приятные цены и праздничное настроение. Только 9, 10 и 11 ноября долгожданный фестиваль скидок до 50% в мебельном центре «Галерея 11» на Студенческой 11. Дом восходящего солнца. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. Уважаемые поклонники рок-музыки, в этот день, в ознаменование 54-й годовщины вооруженного большевистского переворота в России, группа Led Zeppelin выпустила свой 4-й студийный альбом. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил данный альбом на 66-ю строчку в списке 500 величайших альбомов всех времен. А у вооруженного большевистского переворота своего альбома нет. Слушаем Led Zeppelin. Да, далее на 104.5 FM второй трек в альбоме, ну и, естественно, Led Zeppelin. Рок-н-ролл далее на 104.5 FM. Аплодисменты! Не всегда у нас все работает. Друзья, можно ведущим, которые перенервничали в 7 часов, поскольку мы вышли не вовремя, буквально 2 минуты попудрить носик, а Никанорова, как всегда, не готовая, будет готовить следующий материал. А вы... нас поймете, хорошо? Все, спасибо. Через 2 минуты с половиной мы будем. Ну, во-первых, я готова. Мне просто надо перечесть то, что у меня там написано. Потому что я сегодня готовилась глухой ночью. Действительно, но она была уже абсолютно глухая, также слепая, немая и тупая, потому что это уже было... 4 час ночи, естественно, половину того, что там у меня написано, я просто не помню. Вот, поэтому мне надо немножко перечитать еще раз, освежить, что называется, в памяти. Ну, а я хочу еще про такую важную вещь сказать. У вас на столе печененьки там лежат. Это в китайской традиции печеньки с предсказаниями. Мы вас все предлагали вам раньше к рюмке прикладываться, но что-то поняли, что в свете нынешней борьбы за здоровый образ жизни это будет неправильно. А вот угостить наших друзей печеньем – это будет верно. Единственное замечание – постарайтесь, пожалуйста, не съесть предсказание, которое внутри. Потому что я потом подойду и попробую узнать, что же все-таки вам судьба злодейка готовит. А может, она и не злодейка, может, она добрая судьба, ее есть за что благодарить. В общем, что вам грядущий день готовит? В названиях известных рок-композиций, отечественных на сей раз, зашифрована ваша ближайшая судьба. То есть тему рок-гаданий мы продолжаем. В общем, пока вы жуетесь и знакомитесь со своим ближайшим, а может быть, чуть отдаленным будущим, я все-таки пойду немножко почитаю про Алена Делона, если вы мне позволите. Спасибо. Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104.5 FM. Доброе утро, друзья! Я прошу ваших аплодисментов продолжительных и бурных, потому что к нам буквально с самолета, только что с корабля или с чего там, с подводной лодки, прямо на наш бал, утренник на наш прибыл, замечательный блюзовый музыкант, гитарист Ливан Ламидзе. Ваши аплодисменты, вот он! Живой! Иван, устраивайтесь. Я думаю, что вам сейчас предложат место, предложат кофе, возможно, завтрак. Не знаю, чем вас там кормили в самолете, но здесь обязательно вас угостят. Вот. Все, класс. В Екатеринбурге 8 часов 18 минут. Доброе утро снова. Мы ведем свой эфир из Double Grill Bar на 8 марта 8Б. Привет всем! Хорошо, что вы с нами сегодня. Здесь собралась, да, теплая компания. Сейчас за окном плюс 6, синоптики обещают днем, нам плюс 12, ясное небо. Но продолжит Владимир Назимов. У меня один вопрос. Честно признайтесь, поднимите руку. Кто еще у нас здесь, проживая в Екатеринбурге, 8 ноября видел на градуснике плюс 10?
Ни одной руки. А Петр? Петр видел. Петр видел? Это, видимо, после трех стаканов портвейна. То есть было время, когда у нас было здесь плюс 10. У нас еще в те времена тут море пролегало, да? И ходили динозавры. Да-да-да. Гигантские папоротники, да, как сейчас помню. Понятно, то есть, но пошло обсуждение. Понятно. Потом выясним это все. В следующий раз мы у Петра спросим. То есть, вы понимаете, только вот в таких вот условиях тропических и субтропических могло возникнуть такое явление, как Свердловский рок-клуб. Да, совершенно верно. В этом тепле. В этих выращиваемых помидорах и так далее. Да, мы сегодня как раз говорим про Свердловский рок-клуб. И в третьем часу мы тоже об этом будем говорить. Ну, самое главное, на мой взгляд, вот как участник, я как участник событий сейчас выступаю, всего этого дела, чем еще был знаменателен Свердловский рок-клуб для тех музыкантов и для тех слушателей, зрителей, которые приходили на концерты в рок-клубе, это возможность обменяться выступлениями коллективов. То есть, поскольку у нас мы не могли гастролировать в других городах нашей страны. И других странах уж тем более. Понятно, тем более. Железный занавес был. Вот. Зато в рамках рок-клубов появилась возможность обмена среди коллективов, которые принимают участие, там, скажем, в Ленинградском рок-клубе. И к чему я это говорю? К нам буквально где-то вот в конце, по-моему, 86-го года, может быть, 87-го, точно не помню, приехала из Ленинграда Алиса. То есть мы впервые увидели выступление Кинчева Константина и Алисы. И это, конечно, вот, видимо, тут тоже были участники событий, я так полагаю. Нет? Не поднимай руку тогда, а то я путаюсь. И мы впервые посмотрели на то, как работают другие музыканты на сцене. Ну, для музыкантов это было очень важно, принципиально. Вот. Ну и, конечно, внутри этого концерта, это я точно помню, работали другие музыканты, наши свердловские, грубо говоря, был разогревающий коллектив. Вот убейте, не помню, кто это был, честно скажу. Но выступление Кинчева меня, конечно, потрясло, потому что это было на сцене, вечно путаю, это ДК, который находится за площадью. ДК чего-то там, чего-то имени, какого-то очередного, в общем, не помню. Вот, и там была такая небольшая оркестровая, мини-оркестровая яма, которую закрывали. Он туда падал? Нет, он не падал, он бегал по поребрику этой ямы. Вот, я имею в виду Константина. В общем, это было здорово. А он тогда уже надевал майки? Там было все, по полной программе. И раскраска боевая, все как положено. Да. То есть Билли Айдол в чистом виде, что называется. Нас это, конечно, потрясло. Но это на самом деле было здорово. И после этого участники группы Nautilus Pompilius стали подкрашивать глаза. Нет, это наступило значительно раньше. Раньше? Они начали подкрашивать. А это общемировая тенденция, все понятно. А ты тоже глаза красил? Мне однажды накрасили. Я тому, кто красил, пожелал доброго здоровья после концерта, приятных лет жизни по одной простой причине. Извините, краски были некачественны. После третьего произведения у меня все потекло. Представьте себе играть с закрытыми глазами. Ой, у меня тушь потекла, извините, в очки, я не могу, бросать палочки. Значит так, поскольку ты говоришь про тушь, продолжай дальше. Ну, а на самом деле я хотела рассказать про человека, который прославился своей красотой прежде всего, а уж потом талантом, любовными похождениями, своими драматическими разными историями из жизни. Это Ален Делон. Кстати, известный вам коллектив наш Свердловский посвятил ему песню, которую мы послушаем чуть позже. Поскольку мы подзадержались с рассказом про Свердловский рок-клуб, я буквально пару слов расскажу вам про Алена Делона. Может быть, вы это уже и так знаете. Полное его имя Ален Фабьен Морис Марсель Делон. Он из простой семьи, он очень плохо учился, его выгоняли из школ и пансионатов, он отвратительно себя вел. Вообще был гадкий мальчишка, настоящий, противный. И поэтому родители решили, что лучше дать ему нормальную профессию, чтобы он начал зарабатывать на жизнь. И первая профессия, которую он овладел, это была профессия колбасника. Я вас уверяю, наверное, ни в одну колбасную мясную лавку не выстраивались такие очереди. Из восторженных, да, тяжело и страстно дышащих женщин, которые хотели, чтобы именно Ален Фабьен Морис Марсель Делон отрезал им кусочек мясца. Вот. Ну, а потом он служил в армии, причем его служба это была сплошная гауптвахта, сплошные наказания, разгрузка риса, что угодно. Хотя он служил в Сайгоне и, в принципе, мог бы и повоевать, но как-то не задалось. Правда, после этого он сказал уже в зрелом возрасте, взрослом, сказал, что это были чуть ли не лучшие годы его жизни, и именно они сделали его таким, каким мы все его знаем, то есть сформировали его характер. То есть, видимо, это та история, когда пацаны, отслужив в армии,
чувствуют, что они стали настоящими мужчинами, и потом всем говорят, надо тебе послужить, надо, вот как у нас Антон Алексеевич говорит. А мне не надо. Всегда. А ну, вот, чего да. я так говорю-то? Не хочешь, не ходи. Вот, молодец, широту взглядов проявил. А, в общем, потом было кино, естественно, была реклама, были разнообразные съемки, были романы, были трагические, прекрасные истории, были фильмы. Всего этого много. Я думаю, что Ален Делон тот персонаж, о котором действительно большинство из вас знает не понаслышке. И уж в лицо-то точно его знает. Ну, а фильмы с ним действительно стоит посмотреть, потому что, как ни странно, за этой прекрасной маской крылся и продолжает скрываться большой актерский темперамент, на который стоит полюбоваться. Слушайте, ну, друзья, мне одно предложение. Вот мне кажется, что во Франции один из рок-н-ролльщиков это, ну, о втором не говорим, это все-таки Делон. А вот первый Жерар Депардье. Ну, он теперь наш. Он теперь наш гастарбайтер. Поэтому давайте поаплодируем этому человеку. Он в хорошей возрасте, хорошо выглядит. Он на самом деле множество совершал тех самых рок-н-ролльных отмороженных поступков, которые мне, как приличной женщине, даже вам стыдно описывать. Вот. Что будем слушать? Ну, как догадаешься трех раз. Ну, Дилс Помпилиус далее. Взгляд с экрана. В народе Ален Делон. Знаете, что самое интересное? Оказывается, в тексте у Кормильцева изначально была такая фраза. Ален Делон не пьет тройной одеколон. Ален Делон пьет двойной бурбон. Но она не влазила в строфу, поэтому что-то выкинули. Если память не изменяет, двойной бурбон выкинули, по-моему, да? Или тройной одеколон. Тройной одеколон выкинули, да? Да, выкинули тройной одеколон. Да, Ален Делон. А, да, не пьет одеколон, совершенно верно. Пьет двойной бурбон. Слушай, ну неудивительно, после стольких лет можно забыть все, что угодно. Выкинуть тройной одеколон. Поскольку у нас рубрики переехали в связи с тем, что немножко задержал нас аэропорт, вот, мы сейчас посмотрим, как мы сможем там все сформировать у нас, да? Вот. Да, нам нужно будет подключиться, чтобы все было красиво у нас звучало, что называется. Вот. И человек, который сегодня приехал к нам, мне очень приятно, что к нам на рок-завтраки приезжают люди, в общем, весьма известные в нашей стране, скажем так, среди музыкантов, среди слушателей, да и не только в нашей стране, да и за рубежом. Это здорово. То есть осталось подскочить Эрику Клэптону, ну и кому-нибудь еще. Будем ожидать. Вдруг подъедут, кто его знает. А мы, кстати, вот мы совершили, пожалуй, главную. Мы совершаем главную ошибку, свойственную молодым, начинающим музыкантам и так далее. Они вот сидят и ждут, когда на них что-то упадет. Но сами ничего не делают, не предпринимают никаких шагов для того, чтобы их мечта осуществилась. Мы не написали до сих пор ни Эрику Клэптону, ни группе Rolling Stones. Мы никому не написали и не пригласили их на наш рок-завтрак. А вот Леван Ламидзе написали, и вот, пожалуйста, результат. Он с нами сегодня. Совершенно верно. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы должны обязательно связаться с нашими любимыми западными рок-музыкантами. И вполне возможно, что Элис Купер, например, или еще какой-нибудь монстр, которому собраться только подпоясаться, приедет к нам на завтрак. Вы были бы не против? Да, мне кажется, тоже было бы здорово. Сейчас прозвучала хорошая фраза. Бон Джови пролистывает почту из той части зала, и ищет письмо от рок-арсенала, а его все нет. Опять нет письма от рок-арсенала. Не пишут Джону Бон Джови. Да, это, кстати, было бы неплохо. Надо написать. Я и моя жена. Так, у нас сейчас будет небольшая техническая пауза. Значит, сегодня мы говорим про 7 ноября, поэтому если есть какие-то еще истории. Вот Петр, кстати, ну-ка иди сюда. Хватит отсиживаться вообще. Ты сказал что-то насчет температурного рекорда. Теперь громко всем сообщи. Температурный рекорд был в 77 году. Я почему точно знаю, что нас какой-то леший занес в лес, вот, и мы собирали грибы. Вот. Там последние грузди были достаточно белые. Вот, кстати. Мороженое! Ну, слегка подморозил. Я вот, кстати, хочу рассказать вам маленькую историю, она касается песни «Взгляд с экрана». И вот пренебрежительное отношение к тройному одеколону, как к напитку алкоголиков, оно неправильно сформировано. Это вообще тройной одеколон, это английское изобретение. Значит, для нижних чинов не могли ничего умного придумать, чтобы средства
Такое должно было быть средство, значит. Побрился, значит, это, рамка появилась, помазал. Замерз, принял внутрь. И вот был придуман тройной одеколон. Я думаю, что вкус у него был не такой, какой сейчас выпускает наша промышленность. Гораздо вкуснее, да? Он, я думаю, что был намного приятнее и вкуснее. И питательнее. И питательнее, и так далее, и тому подобное. Да, досоводовый тройной одеколон. А еще им можно было бы ноги, например, полоскать, да? Да почему? Если хорошо внутрь принимаешь, так а ноги-то тем более. Ну, вообще отлично. Ты что? Да все что угодно, тройной одеколон. Ну про что еще рассказать? Нет, подожди, это был 74-77 год. 77 год, да. Было плюс 10. Плюс 10, да. В 74-м мама мне последнее письмо в армию написала, ну, перед демобилизацией. Ходим, говорит, днем в рубашках с коротким рукавом. И так пиджачок, плащ. А мелкий. Мама-то в Ташкенте жила. Мама жила в Бурге, в Свердловске городе. Вот. И рок-клуб, кстати, был в ДК имени Свердлова, кстати. Свердлова, ну да, конечно. На улице Володарского, вот здесь вот у нас. Сейчас стоит благополучно заколоченный. Видимо, не знаю, кому его это, пристроить, чтобы кто. Там были елки и концерты и так далее и тому подобное. Вот. Причем с рок-клубом там связано, значит, один наш общий знакомый, группа «Флаг», когда начали играть, но начали играть, значит, и показали, что они гитарами расстреливают флаг, значит, побежал милиционер выключать музыку, ну, чтобы они флаг наш красный не расстреливали. Вот. А до этого, значит, ну, в 74-м году в армии у нас тоже был свой рок-ансамбль, там все играли, пели, ну, была тогда такая мода. Вот. И у нас была такая же точная ситуация, 0-0. Значит, парнишка, он живет в Рубцовске, значит, направил гитару, как бы, и такое нашему замполиту, у него фамилия была замечательная, Годяцкий. Вот. Он побежал и тоже начал выключать музыку. То есть с разбежкой где-то там в 10 лет получилась одна и та же картинка. Вот. Ну, так вот, не знаю. Я думаю, если мы тут распоясаемся по полной программе, а мы уже к этому стремимся давно, прибегут из городской администрации и выключат музыку. А что? Я чтобы не знаю, в тишине посидели. Ройзман, по-моему, тоже любит рок, так, музыку. Слушайте, можете, а вы заехать? А вы были бы не против, если бы он к нам на наш завтрак пришел? А почему бы и нет? Он постоянно мимо тут ходит, посматривает. А вы, кстати, написали ему или нет? Нет. Я понимаю, Ливану написали, он приехал. Да. А вот этот-то ближе. Да, ему ехать. СМС-ку можете послать. Заходи, Женя. Много общих знакомых. Петр, спасибо большое. Давайте Петру поаплодируем. Вообще, в принципе, эту историю с гитарами наперевес я к своему стыду не помню. Это была какая-то статья в газете, то ли «На смену», то ли «Уральский рабочий», что-то такое, где какая-то страдающая избытком патриотизма дама сказала, что музыканты стояли на сцене с гитарами наперевес, как с автоматами. А как еще гитары? Между ног надо зажимать? Вот, вот, извините, пожалуйста, да. И эту историю очень долго обыгрывал, что интересно, Владимир Бегунов, угу, находясь на службе в милиции, что называется, он говорил, а вот, обращаясь к публике, ребята, а вам не кажется, что мы с гитарами как с автоматами? Ребята, не-не, нормально, нормально, пофиг. Он говорит, может, по-другому ее не взять. Ну, просто неудобно, что называется. А, кстати, помните, такая песня была «Милиционер в рок-клубе»? Нет, это, наверное... Это ДДТ, да? Это про Бегунова, наверное. Так, у нас появился еще один всезнающий человек, это Петр. Не, я не знаю. Но слышал, да? Слышал, да. А вот, поэтому эту историю с гитарами наперевес достаточно долго обыгрывали. Это была статья, связанная как раз вот с открытием рок-клуба и спустя какое-то время после открытия и с какими-то, ну, как бы, как ни крути, официальная пресса, с легкими наездами в адрес рок-клуба, но они уже тогда в то время не играли, потому что это был, по-моему, 87-й год, поэтому никакого значения это не имело. Антон, у нас технически все готово? Да, ну тогда мы предоставим возможность. Да, давайте пригласим Ливана. Пригласим. Давайте поаплодируем. Пригласим человека. Печенье вкусное?
хрустящие. Давайте я вам сейчас буду потихонечку подлазить, а вы будете рассказывать, пока тут вот подцепляют инструменты и немножко настраиваются. Поговорим с вами о тех предсказаниях будущего, которые вам достались в этих волшебных печеньках. Готовы? Я пошла. К вам прибежать. Давайте вы уж сами тогда вылазьте сюда, если у кого-то есть интересное предсказание, которым он готов поделиться в волшебных печеньках. Сейчас будем трактовать, что же это все значит. Ну, кто-нибудь уже выходите, чего вы там засиделись? Есть у кого-нибудь печеньки-то? Нет, печеньки, главное, съели. Ой, какая маленькая штучка. Хорошее начало. Эта музыка будет вечной. Собственно, на этом можно было бы и остановиться. И так понятно, что будет потом. Большинство предсказаний съели вместе с печеньем. Это неудивительно. Вкусно было? В зубах ненавязливо предсказание еще. Нет, все, ничего интересного? Внеплановый концерт на кухне? Хорошо, ладно. Вы знаете, чем занять этот вечер теперь? Кто-нибудь еще поделится? Все, никому ничего не досталось. Солнечный день? Чижовский имеется в виду? А, ну как? Ну да, день действительно солнечный. Ага, так, Андрей. Слушайте, ну, по прогнозу из печенья дождь должен быть. Причем дождь из ДУСТа, видимо. ДДТ. Ну, не знаю, мне кажется, солнечный день будет правильнее. Давайте дождь отложим на потом когда-нибудь. На январь, скажем. Раз уж у нас такой ноябрь солнечный. Кто-нибудь еще готов поделиться? Ой, Петрович. Так, так, так. Да, можно сюда сказать. Прямо со стойки. Вот. Я поздно просто услышал от вас, что там что-то есть в этих печеньях. Честное слово. Когда вы это сказали, я уже... Съел его, что ли? Бумажку съел я уже. А дочка думала, откуда какая-то бумажка, и выбросила ее. Поэтому я думаю, у меня там два билета было. Теперь это предсказание живет своей отдельной жизнью в вашем организме. А давай, Танюша, рассказывай. А мне выпала Агата Кристи, песня называется «Триллер». Самое интересное, что я сегодня иду в кино, но не на триллер. Ну, значит, надо на триллер сходить. Придется изменить программу. Конечно. Спасибо, Танюш. Ой, Тань, а можно я кое-какие подробности твоей личной жизни расскажу? В общем, Таня у нас работает фотографом, вы знаете, да? Она работает фотографом, она бывает на концертах, она фотографирует за сценой, она знает все, что там на бэкстейдже творится. Ну, естественно, Таня девушка заметная, хоть и маленькая. Ее, конечно, тоже примечают рок-музыканты. И не только рок-музыканты. Сначала, наверное, на протяжении месяца мы ржали, когда Таня предлагал свою любовь участник группы Bonnie M. Ну, я, боже упаси, я не расистка и не сексистка, но это чудовище на самом деле. Многие обезьяны в Сухумском зоопарке гораздо симпатичнее, гораздо. Но он полюбил Таню, и в ее глазах он был прекрасен, я думаю. Вы бы знали, как Никанорова выталкивала Татьяну замуж. Я был очевидцем событий. Но мне нужен свой человек в Лондоне, почему нет? Я очень... А второй, ребята, это Джеймс Коток. Это барабанщик группы Скорпионс. Ни много, ни мало. Он подкатывает, так сказать, свои барабанные палочки к нашей Тане. Да. И мы очень надеемся, лично я, что в ближайшее время мы поедем куда? Где он? В Лос-Анджелесе? Что мы поедем в Лос-Анджелес на свадьбу. Вот.
всем этим составом. Представляете себе, свадьба-ка будет? В Лос-Анджелесе. Пропили Таню называют. А какой будет выкуп невесты, вы догадываетесь? Коток станет нищим просто после этого. И не только на палочке, на все остальное тоже. Одна минута эфира. Только никому не рассказывайте. Минутка ровно, минутка. А? Давай с перепелом. Понятно все. Значит, друзья, через несколько секунд, секунд 50 нас осталось, мы будем в эфире, поэтому сейчас немножечко тут поговорим, а вы пока кофейку попейте. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. В Екатеринбурге 8 часов 41 минута. Здравствуйте, доброе утро. Мы ведем свой эфир из Дабл Грилли Бар на 8 марта. 8Б, доброе утро! Сегодня можно не только слышать, но еще и видеть. На сайте rockarsenal.ru есть ссылка послушать рок-арсенал, а также есть ссылка посмотреть рок-арсенал. Все утренние эфиры можно посмотреть буквально вживую. Ну, а у нас на очереди рубрика «Перепел и перепелка». Сегодня в ней, вот, я могу сказать только одно. Два совершенно уникальных человека. Первого, к сожалению, с нами уже нет, а второй с нами, я надеюсь, останется как можно дольше, потому что без него блюзовый мир Российской Федерации, блюзовый мир всей планеты был бы абсолютно неполен. Поехали. Давайте вначале об оригинале, естественно. Это очень уникальный человек. Его песни исполняют Эрик Клэптон, Лед Зеппелин, Рэй Кудер, Роллинг Стоунс, Дорс, Боб Дилан, Грейтфул Дэд, Джон Майл, Пит Грин, Лютер Эллисон, Ред Хот Чили Пепперс. Это огромная череда. И, кстати, по поводу него есть байка. Однажды он познакомился с музыкантами и пытался играть блюз, но у него не особо получалось, техника не позволяла. Ага. Он исчез на срок около 3 лет. Когда он появился, его техника возросла настолько, что все блюзмены рты раззявили, что называется. Он в пещере просто 3 года сидел и только сделал. У него спросили, а где ты этому научился? Он говорит, знаете, есть на американских просторах такой перекресток, где гитаристу дается все. Эта байка до сих пор живет. Уникальный человек, зовут его Роберт Лерой Джонсон. Это американский музыкант и автор песен, один из наиболее известных блюзменов 20 века. Сегодня в оригиналах его композиция «Sweet Home Chicago». Вспомним, что это такое. Кстати, об этом человеке тоже есть легенда. Поговаривают, что на концерте Биби Кинга он поймал именной медиатор самого маэстро. Это правда? Это правда. Вот микрофон стоит. Скромности ради скажу, что так как я, там было очень много народу, медиаторов тоже было много, но я один из тех. Я надеюсь, что я единственный, который стал гитаристом впоследствии. Сегодня у нас в перепелах Леван Ламидзе, советский, грузинский, российский say, come on baby, don't you make me late, come on, baby, don't you wanna go, from the land of California, sweet home, Chicago, one and one is two, three and six is nine, going to the place I'm gonna stay a little while, come on, Thank you.
Control, это ваша партия. Поехали. Oh, come on. Baby, don't you know. Как по-английски, нормально все? Back to the same old place to my sweet home. Easy, short. Его версия композиции «Sweet Home Chicago» Роберта Джонсона. Спасибо огромное. У нас в рубрике принято ставить какие-то там оценки, какие-то там что-то разбирать. Слушай, давайте не будем этого делать. Мы просто этого делать не будем. Нет. Женщины просят. Я не прошу, я требую, я настаиваю. Настаиваешь? Я настаиваю. То есть, на кедровых орешках. Хорошо, в таком случае начинай сама петь дифирамбы. Но почему же сразу дифирамбы? Я, может быть, с конструктивной критики начну, я не знаю. Ну, давай, попробуй. Нет, на самом деле... Нет, я не могу. Какая критическая заметка? На самом деле, конечно, то, что мы сейчас наблюдали, присутствующие здесь в Double Grill и Bar, все гости, это непередаваемо. Я боюсь, что это не передадут ни камеры, ни тем более радиоэфир, потому что этот человек буквально одной своей гитарой, голосом и своей энергией он сотворил что-то страшное. Вы знаете, я хлопала, чуть-чуть подпевала, и я смотрела на лица людей. Боже мой, что он с нами совсем не сделал? Он так нас зажег! Я представляю, что он может сделать вечером! И, девочки, извините, я подумала, что он может сделать ночью. О, боже мой! И после этого я отказалась от идеи конструктивной критики. Поэтому, конечно, я ставлю 5 перепелов, потому что это было шикарно. Кстати, сегодня у всех у вас есть возможность увидеть Левана Ламидзе в клубе «Эвер Джаз». Вы будете там выступать, да, с программой, верно, со своими музыкантами. И сыграете, наверное, много всего классного. Спасибо. Владимир, вы будете что-то говорить? Владимир Александрович. Я ничего говорить не буду. Что говорить? Тут весь зал хлопал. 5, конечно. Без разговоров. 10, 15. Может быть, кто-нибудь из зала хочет что-нибудь сказать? Есть желающие? Или все лучше послушают? Высказывать. Есть кому что высказать? Хорошо. Секунду. Кто рискнет? Сейчас я сделаю. Нет. Давайте так. Я скажу. Я назову оценку, а вы поднимите руку. Хорошо? Я называю оценку 5. Левон, посмотри. Вот в том зале очень много всего, да. Все, спасибо большое. Я думаю, зал проголосовал. Давайте поедем дальше. Левон, спасибо огромное. Огромное спасибо. Наш гость. Иван Ламидзе был сегодня в перепелах у нас здесь. Ну а далее на 104.5 FM. Ну что, Rolling Stones, Brown Sugar. Тоже Левон. Нет. Нет, да. Через Е. Я слушаю эфир, а там меня нет. Слушайте, друзья, у нас был предназначен приз для того, кто в рубрике «Перепел и перепелка» отважится высказаться. Но судя по тому, что отважилась только я, видимо, я его и заберу, да? То есть никто ничего не скажет больше? Тань, там хороший приз-то? А ты наглая, смотри-ка ты, а. А чего там? Билеты какие? Куда билеты? Тань, куда билеты? У нас там 2 билета на концерт Левана Ламидзе, который состоится сегодня вечером в клубе «Эвер Джаз». А, ну меня и так пустят. И кроме того, еще приз от бара и гриль «Дабл». Да-да-да. Ага, вот появилась желающая. Есть желающая. Как только возник вопрос? Блондинка. Всем привет. Как вас зовут? Меня зовут Аня. И я хочу сказать, что это самое лучшее вообще всего возможного начала дня. А еще у меня сегодня день рождения, так что... Круче, круче вообще быть не может, поэтому супер, попали. Ну, мы же уже не раз обращались к вам, друзья, и по радио, и лично. По-моему, получится хороший подарочек. Чтобы вы свой день рождения начинали отмечать с нами. Никто, по-моему, еще не пожалел об этом. Ну вот и Аня, я думаю, тоже будет рада. С днем рождения! Всегда
рок-н-ролльной энергии, задора и много классных, близких людей вокруг, чтобы было. И, ну, конечно, хорошей музыки. Наши поздравления. Да, похлопайте, пожалуйста, имениннице. Она еще и хорошенькая. Я более, я скажу более того, она более чем хорошая. А, я согласна. Это сказал Антон Башков, главный специалист в этом вопросе. Среди нас стоит, имеется в виду. Да, по хорошеньким. Друзья, у нас такая традиция есть, что музыкант, который выступает у нас в рубрике «Перепел и перепелка», потом немножко нам играет. Вы не против? Нет. Ливон, я тебя очень попрошу. Ливон, прости бога ради. Хорошо. Хоть что-нибудь. Но интернет есть везде. Так, только ответь мне на один вопрос. Можно тебя спросить? Скажи, ты когда-нибудь играл? Сколько у нас времени сейчас? Пробки пропускаем, у нас есть... Я говорю о часах. Сколько? 8 минут у нас есть. У нас 9 утра. Ты когда-нибудь в 9 утра играл? Нет, нет, я первый раз в жизни. Обычно я говорю «добрый вечер», а сегодня я сказал «доброе утро» перед выступлением. Так что этот вечер, извините, это утро войдет в мою жизнь, вот как незабываемо. Ребята, мы опять отличились, согласитесь? Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be son never gone, he's gonna make pretty girls jump in shine, the world will wanna know what it's all about, that you know I'm here, everybody knows I'm here. Everybody knows I'm here. I got a blanket bone, I got a mojo too, got a Johnny Conqueror's root. Lord, I'm gonna mess with you, gonna make you girls leave me by my hand. Everybody's gonna see I'm your coochie coochie man. Don't you know I'm here? Oh, everybody knows I'm here. I'm a hoochie coochie boy. Everybody knows I'm here. Everybody knows I'm here. I'm a hoochie coochie.
Gucci boy. Everybody knows I'm. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Даже не знаю, о чем говорить после этого. Помолчать хочется, честное слово. А мне новости готовить и читать. Что делать? Это работа твоя. То есть будем... Вот мне нравится эта работа на публику. То есть у нас не проходит какой-то технический момент. Тебе говорят, работай. То есть мы на него рассчитывали, а тебе говорят, а все. А? Пляши, да, совершенно верно. У меня один вопрос ко всем присутствующим. Может быть, есть какие-то вопросы, извините за тавтологию, к нашему... Не может быть, друзья, рухнул мир. Наш программный директор, господин Симаков. Бонжорно, everybody. Я буду краток, чтобы не залезть на новости. Во-первых, 6 минут, прекрасно. За это время я успею пересказать вам «Войну и мир». Во-первых, я, конечно, хотел бы поблагодарить уважаемого Ливана за то, что он сегодня специально для того, чтобы оказаться здесь, прилетел раньше своих музыкантов, чтобы сыграть на утреннике. Я думаю, что для него это тоже такой опыт неожиданный. По вечерам все музыканты играют, а вот по утрам немногим. Немногим удается, не у многих получается, и, конечно, большинству музыкантов это не нравится. Рано вставать. Огромное спасибо. Давайте ему еще раз поаплодируем. Ну, то есть, нормально, мы выходим на такой национальный уровень, скоро выйдем на международный, будут из Лос-Анджелеса прилетать. Тем более, что у них, в общем, там вечер, для них нормально как раз. У меня был такой забавный опыт, когда таксисты из Лос-Анджелеса звонили в утреннее шоу и говорили, очень удобно вас слушать, мы как раз вечером выходим на работу. Значит, и еще я хотел бы сказать одну такую вещь. Не так давно, это грустно, не так давно покинул этот мир один из очень своеобразных, великих рок-музыкантов, его зовут Лу Рид. Это основатель группы Velvet Underground. В общем, это человек, который показал, что если ты не умеешь особо красиво петь, то в рок-музыке тебе тоже найдется место. Это человек, которого в Штатах считают одним из немногих, кто изменил лицо рок-н-ролла благодаря, не знаю чему, своему поэтическому дару, своему подходу к жизни. И... Не буду долго распространяться, просто я вчера прочитал в Rolling Stone маленькое интервью, как бы, да, которое дала его жена. А жена Лу Рида — это одна из моих любимейших музыкантов американских, композитор Лори Андерсон. Причем поженились они несколько лет назад, и так получилось, что я был на концерте Лори Андерсон в Москве ровно через 2 недели после их свадьбы. Так вот, в этом маленьком рассказе Лори Андерсон финал такой, что с Лу Ридом они были знакомы очень давно, как музыканты. Вот. Ну, знакомы, какие-то были у них там сотрудничества. И вот как раз, по-моему, 6 или там 5 лет назад Лори Андерсон, будучи чем-то расстроенной, звонила ему из другого города, и говорила, что вот с возрастом начинаешь чувствовать вот эту вот досаду, что есть такие вещи, которых ты никогда не делал в жизни. И уже вот ощущение, что ты их уже и не сделаешь никогда. На что Лу Рид ей сказал, а чего ты не делала в жизни? Она говорит, ну смотри, я никогда не учила немецкий язык. Я никогда не изучала физику. Я никогда не была замужем. Лу Рид сказал, какая проблема, я завтра прилечу и пойдем поженимся. На что Лори Андерсон сказала, слушай, а ты не слишком торопишься? Лу Рид сказал, нет, конечно. Он сделал то, что сказал, прилетел, и они поженились.
В общем, светлая память прекрасному музыканту. Я думаю, что американские артисты в основном, я думаю, что и британские. Кстати, Лори Андерсон сама говорила, что она всегда считала Velvet Underground, думала раньше, в молодости, что это английская группа. Я думаю, что музыканты соберутся и запишут какой-нибудь очень хороший трибют Луриду. Спасибо вам, что вы сегодня здесь. Мы продолжаем. Сколько там у нас еще? 2 минуты. Ну вот, 2 минуты. Здрасте. Здрасте, здрасте. Сегодня, вот сейчас после новостей, мы пригласим еще одну нашу слушательницу, которая стала активной участницей. Вот, она проездом из того самого Нью-Йорка, который так любил Лу Рид. Вот, и она сегодня нам представит 5 молодых американских музыкантов, которых она рекомендует нам всем послушать. Мы с ней разговаривали об этом. И она говорила, надо ставить музыку, надо ставить музыку, надо, чтобы все слушали, танцевали. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Все люди делятся на 2 категории. Те, которые хотят слушать новую музыку, и те, которые не хотят слушать новую музыку. И я не знаю аргументов для тех, кто не хочет, чтобы заставить их слушать, и аргументов для тех, кто хочет, чтобы отвадить их это делать. Поэтому давай сделаем так. Ты просто назовешь эти имена. Люди все взрослые, все решат, надо им это, не надо. А после этого, в общем, YouTube и так далее, торренты. И вас ожидает встреча с прекрасным. Спасибо. Трек вообще не понравился. Ну, как уже рассказывал Михаил Симаков, он сегодня еще появится у нас здесь, после новостей, которые выйдут у нас в 9 часов. Сколько у нас осталось? 30 секунд осталось. 30 секунд. У нас 30 секунд до эфира, а дальше пойдем все вместе, что называется. В следующий раз, друзья, мы поведаем вам о трубах. На этот раз трубы будут не пластиковые, а самые настоящие, металлические. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Встретимся на волнах рок-арсенала. До встречи! И помните, пока горит лампа, есть время узнать да разобраться. Ламповая голова на 104.5 FM. Радиопрограмма «Радиофорум». Зарегистрирована Госкомпечати, свидетельство номер 02-798. Радиопрограмма не имеет возрастных ограничений. Доброе утро, у микрофона Антон Башков. Антон Башков. Меня зовут Владимир Назимов. Владимир Назимов. А я гражданка Никанорова. Гражданка Никанорова. И каждое утро мы строим... Дом восходящего солнца. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. В Екатеринбурге 9:05. Доброе утро, друзья. Еще раз сегодня 8 ноября, пятница. Мы ведем свой эфир из Дабл Грилли Бара на 8 марта. 8-2. И именно сейчас, именно в этот момент я наблюдаю самую грустную картину, которую я наблюдал среди музыкантов. Ливан Ламидзе собирается и идет отдыхать. У него сегодня вечером концерт, но грустно, что он нас покидает. Еще раз огромное спасибо, что вы с нами сегодня были, что вы помогли нам послушать хорошую музыку. В клубе «Эверджаз» можно будет сегодня посмотреть, как вот, он работает. Вот я постараюсь выдраться сегодня, вот честное слово, буду очень стараться. Я тоже хотел. Ну, а пока же перейдем к нашим основным вещам, естественно, скоро у нас будут новости обязательно. Ну, спонсор, генеральный спонсор «Дом восходящего солнца» – компания «Снегос». Надежные элементы безопасности кровли. ООО «ПК Кровтет». Аплодисменты Ливану Ламидзе! Я все сказал, да? Да, ты сказал все. Ты про спонсорство Нет, сказал? Нет, спонсорство сказал. И теперь о спонсоре главное. Реклама спонсора. Не жди, пока снег свалится на голову. Установи «Снегос». «Снегос». Безопасность превыше всего. Снегозадержатели, кровельные ограждения и переходные мостики «Снегос». Отличное качество по выгодным ценам. Надежность конструкции, элегантность формы и легкость монтажа. Весь товар сертифицирован. «Снегос». Надежные элементы безопасности кровли. 216-25-62. Кровтех.ру.
Друзья мои, у нас сейчас будет гражданка Никанорова, по-моему. Да, я уже есть. А как же анонсирование рубрики «В чем суть?» Вот ты о чем. Да. Да, сегодня у нас будет она весьма необычна. Я даже не знаю, как ее назвать. Такого еще у нас за почти 2 года существования просто не было. Поэтому я ничего рассказывать не буду. А, то есть ты сюрпризом анонсируешь? Да, я хочу выступить сюрпризом. Вот. На самом деле мне очень понравилось, как играл здесь Ливан. Поэтому я так в легкой зависти. Я вообще себя собрать не могу после этого. Поэтому нас, я думаю, могут понять. Состояние невероятное. Ладно, продолжаем. Далее свежие новости от гражданки Никаноровой. Новости. И снова здравствуйте, мои хорошие. Совет Федерации предлагает воссоздать в МВД антикоррупционное подразделение. С таким предложением к министру Владимиру Колокольцеву обратился зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Константин Добрынин. Об этом сообщает «Известия». Фактически речь о создании аналога советского ОБХСС, который боролся со спекулянтами и расхитителями. Yes, ОБХСС! Именно. Предполагается, что новое подразделение будет называться «Управлением по борьбе с хищениями государственной собственности». Поехали. Вот мэрия Екатеринбурга снова покупает 13 трамвайных вагонов. Какое-то нехорошее число, мне кажется, не к добру. Либо 14, либо 12 надо. На этот раз городские власти готовы потратить больше, чем летом. Городские власти решили обновить трамвайный парк и для этого объявили конкурс на поставку новых трамвайных вагонов для муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление. Из бюджета Екатеринбурга выделено 192,4 миллиона рублей, то есть 14,8 миллионов за каждый трамвай, за штуку. Согласно технической документации, кабина водителя будет оснащена кондиционером или вентилятором. Сиденье должно регулироваться по высоте и вдоль оси трамвая, спинка и подушка кресла водителя по углу наклона. Это очень трудно будет соблюсти. Я не понимаю, как это. Кресло кондуктора должно быть с подогревом. Трамвай должен быть видеорегистратор, система навигации ГЛОНАСС GPS. В общем, под описание подходит трамвайный вагон 71405, который собирает на Уралтрансмаше. И еще вагон какой-то 62103, производство УАО коммерческий транспорт. Слушайте, подождите, это разобранные болиды Формулы-1, по-моему. Точно. Будут установлены. Еще осталось только вибромассаж строить. Да. Это важно, кстати, да. Нижней части. Когда человек сидя проводит весь свой рабочий день, у него могут развиваться разные заболевания нехорошие. Да, это печально. Так что вибромассаж, да, необходим обязательно. Так, встаем, уходим, Владимир Александрович. Встаем, уходим. А он-то, видишь, он и так, разминаться. Ему геморрой не грозит. В отличие от нас с тобой. Да, я стою. Так, светская хроника с оттенком желтизны. Дэвид Боуи вышел в свет. Он на самом деле довольно редко в последнее время тусуется где-то и попадает под прицелы видеокамер. Тут он появился на праздновании дня рождения своей подруги актрисы Тильды Свинтон, которая проходила в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Там он был замечен в обществе молодой певицы по имени Лорд. Вот, на мой взгляд, Лорд он один. Не надо молодых певиц называть таким именем, хотя у этой девушки уже что-то много всяких наград она получила, но я еще пока ее не слышала. Только о ней. А что касается Тильды Свинтон, то она недавно снялась в видеоклипе на песню «The Sass» Дэвида Боуи. Так что, в общем, они друганы, очень близкие, и вместе там здорово проводили время этим вечером. Ну и напоследок, коли у нас было заявлено утро русского рока, то, опять же, новость последняя на ту же тему. Об нем, Радима. Знаешь, что сказать? Любить по-русски. Да, именно. Группа «Сплин» выпустила в свет видеоклип на композицию «Праздник». Знаете песню такую? Нет, еще не знаете. Кто не знает? Любительский ролик был выложен на официальном канале коллектива на портале YouTube совсем недавно. Режиссером клипа, как и предыдущего этого, снятого на композицию «Чудак», стал лидер группы Александр Васильев. При этом он скрылся под псевдонимом 05 нету. Вот я только ради этого псевдонима эту новость взяла. Есть только 033. Да. Композиция «Праздник» впервые была опубликована на альбоме «Раздвоение личности». Релиз состоялся в 2007 году, а альтернативная версия этой песни вошла в последний на сегодняшний день альбом коллектива «Обман зрения», изданный компанией «Навигатор Рекордс» осенью 2012 года. Так что можете ознакомиться, посмотреть клип и узнать, насколько во всем ли талантливый человек Александр Васильев. Ну, кстати, на самом деле, когда он начинает звучать, начинает петь, вот сразу слышно Васильева. Свое лицо у него в исполнении есть. Поэтому посмотрим обязательно.
Ну, у нас есть одна замечательная дата, которую нужно упомянуть обязательно. Ага, это да, естественно. Да, да. Ну, 71-й год. Четыре. Показываем четыре пальца. Хорошо, хорошо, друзья мои. Ну, тогда уж я продолжу нашу сегодняшнюю тематику. Вознаменование 54-й годовщины вооруженного большевистского переворота в России группа Led Zeppelin выпустила свой 4-й студийный альбом в 1971 году. 37 миллионов копий продано, что делает его не только самым коммерчески успешным альбомом в истории Led Zeppelin, но одним из самых продаваемых альбомов в истории рок-музыки. Я сейчас попытаюсь с одного раза догадаться, что мы будем слушать. Ну, давай. «Лестницу в небо». Абсолютно. Я победил! «Лестница в небо». Вы знаете, когда я проходила кастинг на должность... Дом восходящего солнца. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5 FM. Продолжай. Под хорошие. Я в эфире? Да. Ой, да, ужас какой. Когда я только проходила кастинг на должность ведущей утреннего шоу «Дом восходящего солнца», мне задавали вопросы мои будущие тогда еще коллеги всякие про рок-музыку. Я начала рассказывать про Led Zeppelin, и меня перемкнуло. Я начала петь эту песню. Мне кажется, после этого меня взяли. Чтоб ты не плакала. Чтоб я не плакала и больше не пела. Led Zeppelin дали на 104.5 FM. Stairway to Heaven. Раз-раз. Буквально пара слов, потому что для меня эта пластинка и эта группа, они на самом деле очень важны. Я когда готовилась... Ой, Юра, привет! Юрий Борисович. Когда вчера готовилась к программе, к сегодняшней, я решила вспомнить по поводу четвертого этого альбома Led Zeppelin, что там и как. Увидела обложку и поняла, что она мне не знакома. Хотя я твердо, я явственно помню, что у меня винил был. Я слушала эту пластинку. Но почему-то она мне не знакома. Тут у меня что-то перемкнуло в голове. Я стала искать информацию и нарыла такой прикол, который мне раньше был неизвестен. Оказывается, тот диск, который был у меня, он был, естественно, не фирменный. Он был выпущен фирмой «Антроп». Это знатные пираты. Вообще просто... Клейма ставить негде, что называется. Вот им повязки на оба глаза надо черные сделать этим всем антроповцам. В 91-м году они выпустили бутлегерский, естественно, пиратский альбом, четвертый Led Zeppelin. Там все было не так, как в оригинале. Там все композиции были написаны по-русски, там все собственные имена были по-русски. И там была другая картинка на обложке. Так вот, что касается картинки. У того диска, который был у меня... Был рисунок такой. Там был Митёк, Митя Шагин, известный, стоящий возле пивного ларька с пивной кружкой. И у него под ногами вязанка хвороста. На оригинальной пластинке просто человек с вязанкой хвороста за спиной. Я могу себе представить, как гомерически ржали люди, сотрудники компании «Антроп», когда они Митю Шагина на обложку альбома Led Zeppelin в 91-м году фотографировали. Вы представляете себе? Что они себе позволяли? Ну, собственно, вот именно эта обложка с Митей Шагиным мне и знакома, и любима. Поэтому я фирменную и не узнала. Вот такая вот история. Кто-нибудь знал ее? Может быть, я одна такая дура? Нет? Не знакома была? Ну, судя по тому, что никто не назвал три главных песни с альбома 4 Led Zeppelin, я так понимаю, что, видимо, для меня для одной эта пластинка стала чем-то особенным. Но я считаю, что, в принципе, если бы это был сингл с одной только песней «Stairway to Heaven», этого было бы уже достаточно, потому что, на мой взгляд, это просто одна из величайших, если не самая великая песня в мировом рок-н-ролле. Можете меня за это покрасить. В общем, о любимом и о наболевшем поговорили. Что у нас дальше по плану, дорогие коллеги? Что-то я сбилась с толку и расчувствовалась, разволновалась. А, да. Да, я вообще волнуюсь. А, у нас же Валерия должна была выступить, да? Да. Ну что, узнаем 5 новых имен современной американской рок-музыки. Валера Лихова. Welcome. Спасибо. Доброе утро. Рок-арсенал. Почему вы мне
должны поверить про эти группы. Я про это подумала сегодня утром, и потому что моя самая любимая вещь — ходить на концерте в мире. Если бы каждый день могла что-то делать, это было на концерты ходить. И я все пластинки классический рок-н-ролл прослушала дома, на пластинке, в кровати, на диване, на полу, много-много-много-много часов. И я вот эти прослушала тоже на пластинках. Так. И эта вся информация будет на моем сайте, называется Passenger Online. Я Passenger. Окей, первая группа. Black Rebel Motorcycle Club. Да, кто-то знает, хорошо, да. Эта группа назвали после Марлон Брэндо, его кино в 50-х годах. Это был его клуб мотоциклов. Так их тоже называют BRMC. Они только что в Россию ездили, и они обожали здесь в России быть. Это как написано BRMC. Это классический Сан-Франциско блюз гараж рок. Так если вам нравятся Rolling Stones и Oasis, вам очень-очень понравится BRMC, Black Rebel Motorcycle Club. Окей. Вторые. Окей. The Dead Weather. Dead Weather. Yes, yes. Да, это супергрупп из Нэшвилл. Джек Уайт и Алисон Мосхарт, которые в Kills. Я вам в прошлой неделе про них говорила. Это блюз, psychedelic рок. Если вам нравится Judas Priest и Pink Floyd, вам очень эта группа понравится. Окей, следующее. Наверное, одна из моих любимых групп я когда-то слышала. Они из Бруклина. Я жила очень долго в Бруклине в своей жизни. У них самая длинная песня в истории. 78 минут. Я их пластинки, наверное, 90 раз в одну неделю послушала. Мне они так понравились. Это группа очень талантливых музыкантов. И это как джем-рок, так это очень долго можно слушать, наслаждаться. Так если вам нравится Johnny Cash и Led Zeppelin, вам очень-очень понравится Endless Boogie. Окей, следующее. Wolf Mother. Я Wolf Mother нашла, когда мне было 14 лет, я работала, у меня был как internship, я бесплатно работала для музыкальной компании, и там они ездили в Техас и нашли эту группу, когда они только что из Австралии приехали. Окей, эта группа, как никакой я не слышала в жизни, они очень энергетичные, они все выглядят как волки, у них огромные глаза и огромные волосы. И это... У них первый альбом, это один из самых исторических хард-рок альбом, который в последние 20 лет вышло. У них очень много было разных музыкантов в их группе, потому что они немножко драматичные. Но если вам нравится T-Rex и Animals, вам очень понравится Wolf Mother. Okay. И последняя, моя новая, самая любимая группа — Goat. Это коза, и это из Швеции группа. Они экспериментальный рок-н-ролл играют, они всегда в масках играют. И сейчас они только что как в мирную сцену вступают. Так если вам нравится Nirvana и Red Hot Chili Peppers, вам очень понравится Goat. И как я сказала, вся информация будет на моем сайте thepassengeronline.com. Voilà. Спасибо! Спасибо! Я надеюсь, что когда Лера отправится обратно в Бруклин, она не прекратит связь с нами, и мы будем, по крайней мере, ее рекомендации выкладывать и у себя на сайте, и вы можете смотреть на ее сайте. Значит, у меня к вам есть одна такая просьба. Насколько я понимаю, у нас процентов 30-40 — это
постоянные. Постоянные слушатели, постоянные зрители уже по пятницам, да. А сегодня мне один из присутствующих пожаловался, что он пришел 6:30, чтобы занять столик. И, в общем-то, было уже все занято. А я вас вот о чем прошу. Не относитесь к этому как к походу в зоопарк. Вы приходите, клетка, там животное, вы на него смотрите. Оно живет своей жизнью. Относитесь к этому как участники всего происходящего. А те, кто постарше, я думаю, помнят этот формат ток-шоу советского периода. Кухня метров 6 квадратных, человек 12 на этой кухне. Всем хорошо, все сидят друг у друга на коленях, на головах, на полу, на столах, на подоконниках. И все общаются, все говорят, все приносят что-то новое, хотят поделиться. Давайте относиться к этому как к той самой кухне. Только на этой кухне несколько больше места, поудобнее сидеть. И самое главное, не надо потом мыть посуду. Поэтому, поскольку ваши мозги свободны, в том числе и от большого количества портвейна, неизбежного на тех самых кухнях, поэтому участвуйте во всем этом. Наверняка у каждого из вас есть какая-то любимая песня, любимая группа. Вы испытали невероятный опыт, сходив на какой-то концерт. И неважно, это не обязательно должен быть концерт Пол Маккартни в Сан-Франциско, или в Лос-Анджелесе, или в Лондоне. Это может быть концерт совершенно никому неизвестной, может быть, нашей местной группы. Мы тоже не все знаем. Расскажите об этом нам, расскажите об этом всем остальным собравшимся. Я думаю, что вот такой, извините за слово формат, будет намного живее, намного интереснее нам всем. Еще раз спасибо, что пришли. Владимир. Спасибо Михаилу Юрьевичу за его краткое, неторопливое выступление. Я всегда завидовал Симакову. Миша, извини, что я называю тебя так фамильярно по фамилии, что называется. Мишу всегда приглашали вести рок-концерты по одной простой причине. Вы заметили, какие паузы многозначительные, да? А как известно, чем больше артист, тем дольше пауза. То есть Миша в этой категории находится очень высоко, в отличие от меня. Мы стараемся, но это, видимо, профессиональная привычка у нас, болтать каждую свободную миллисекунду. Вот я всегда хочу научиться у него. Говорил немного, сказал немного, а по времени прошло, будь здоров, сколько. Вот. Может быть, это связано с бывшим профессиональным увлечением, с барабанами. Многие барабанщики считают, что чем больше играешь, тем лучше. Могу сказать сразу, нет. Вот сегодня, кстати, Леван Ломидзе нам доказал. Пауза, как известно, тоже музыка. И эта музыка звучала. В этом смысле слова он молодец. Сколько у нас, Антон Алексеевич, до нашего традиционного выхода? До рубрики «В чем суть» осталась 1 минута ровно. Хорошо. Я вкратце поделюсь с вами, что сегодня будет. Сегодня, как я говорил, будет небольшое отступление, да, от существующих правил. Сегодня мы будем делать все наоборот, что называется. Но обычно в нашей рубрике мы берем текст известной или малоизвестной какой-то группы, англоговорящей, либо на другом языке песня звучит. Я перевожу этот текст, вот, и вы должны его угадать. Сегодня мы поедем в обратную сторону, поскольку мы говорим о Свердловском рок-клубе сегодня утром. Мне поможет мой постоянный коллега Юрий Борисович Мишков. Вот он присутствует. Давайте поаплодируем ему. Вообще, очень тяжело видеть тебя без гитары, но заходи все равно. Заходи. Заходи, пока присаживайся. Ну или постой здесь. В чем будет заключаться эта рубрика, вы сейчас узнаете в эфире. В Екатеринбурге 9:27. Доброе утро. Еще раз мы ведем свой эфир из Дабл Грилли Бар на 8 марта 8Б. Доброе утро. Всем доброе утро.
Также уточню тот момент, что нас сегодня не только слышно, нас сегодня еще и видно. На сайте rockarsenal.ru есть ссылка на видеотрансляцию. Вы слушаете нас в эфире, вы смотрите нас в интернете, за что большое спасибо кинокомпании «Рада». Что, на очереди рубрика «В чем суть?» Не Владимир Назимов продолжит. Мне повезло в детстве. Я не знал английского языка, зато слушал хорошую музыку. Всем большой привет. И сегодня у нас, поскольку речь идет о Свердловском рок-клубе, идет о коллективах, которые выступали в этом клубе, о тех, кто работает позже, всех вы их знаете. Сегодня мы немножко изменим наш формат. Итак, сегодня у нас все наоборот, что называется. Видимо, в честь пятницы, в честь температуры, в честь 8 ноября. Я назову вам коллектив. А мой коллега Юрий Борисович Мишков прочитает один из текстов песни этого коллектива, но это будет не антонимка, это будет текст на английском языке. И узнать, само собой, необходимо русскую песню. Ну, конечно, да, и произнести название по-русски. Причем желательно для этого выйти сюда к нам, встать у микрофона, представиться и произнести название песни, которую вы легко определите. Итак, я предоставляю слово Юрию Борисовичу Мишкову. Коллектив, который сейчас будет прочтен, что называется. Коллектив вы все знаете. Называется он «Смысловые галлюцинации». Юрий Борисович, продиктуйте нам, пожалуйста, этот шикарный текст. Доброе утро. Записывайте. Замечательный, пафосный, громкий, мощный текст. Я немножко добавлю рязанского акцента для местного колорита. Итак. I can drink a sea. I can change myself to another one, young and drunken. I can become a river whose waters are so dark. It's forever young, drunk forever. I can stand as a rock, but somebody else who's forever young, drunk forever, wants to be a river whose waters are so dark to be forever young, drunk forever. Аплодисменты. Юрий Мишков, рубрика «В чем суть?». Ну, у нас сразу же лес рук, как говорят советские учительницы, поднялся. Я понимаю сидящих вот в соседнем зале, что называется, людей, давайте, которые поднимали. Вот давайте, девушки, уступим. Вот тому человеку вообще руки отрезать, чтобы не поднимал. Не вот, надо. Да, в черной маечке. Или привязать их к туловищу, да, бинтами. Друзья мои, ну, поскольку у нас сегодня был день рождения у одной барышни, мы ее поздравляли, вот, и, извините, я в ту сторону не смотрел. Ну, в следующий раз, уж во всяком случае, мы это сделаем. У нас есть человек, который догадался. Представьтесь, пожалуйста. Доброе утро всем. Меня зовут Анна Корякина. Уж так представлюсь, если меня услышат. А по отчеству можно? А по отчеству. Сергеевна. Анна Сергеевна. Дочь Никола Петровича. Ах, вот в чем дело. У нас опять семейственность. Ну, хорошо. Петрович с дочкой пришел. Да, я наконец-то вылезла сюда. Я по слову «вылезла» — это не грубо звучит, а из моих уст оно звучит все-таки позитивно. Понятно. Я долго шла и дошла. Итак, что же это за песня? Итак, это, наверное, все-таки «Великая», «Вечно молодой, вечно пьяный». Как вы думаете, это так или нет? Ну да, да это я так. Как-то давайте поаплодируем барышне. А? Спасибо вам большое. Это было легко? Да. Ань, да, ну конечно, с первых строчек. Да. Ну в следующий раз мы возьмем что-нибудь посложнее. Мы просим прощения, тут было очень много рук поднято, ну уж мы решили уступить право барышне. Спасибо большое. Спасибо вам. Вам достается приз. Какой? Сейчас за эфиром нам объяснят. Ну а мы послушаем, видимо, все-таки, грубо говоря, перепел. Ну, скорее всего, да. Перепел «В чем суть?», «В чем сутный перепел?». В общем, все очень весело. Московская группа RMF. Далее на 104.5 FM с песней «Forever Young» и «Drunk Forever». Спасибо. У нас сегодня были запланированы два доклада, мы так громко их называем, два выступления наших уважаемых гостей сегодняшних. К сожалению, на один мы пролетели, но это связано не с нами, а с тем, что вот Ливан опоздал, там были проблемы в аэропорту. Я хотел бы пригласить Глеба Ослоповских. Я не вижу, он где-то здесь присутствует? Нет? Глеб, будь любезен. Он нам сегодня кое-что поведает, а мы его послушаем. И, кстати, попрошу всех учесть, вот сегодня будет выступать Глеб, Михаил Симаков говорил вам о том, что у нас как на кухне. Поэтому, если есть желание что-то сказать, пожалуйста, выходите. Разумеется, после Глеба.
Я, честно сказать, долго выбирал тему, на которую я хотел бы сделать доклад, потому что у меня много любимых групп. Глеб, только одна просьба. К микрофончику поближе, тебя я не думал, слышно. В дальних уголках зала нет. Я говорю то, что у меня много любимых групп, к примеру, Мумитроль, Наутилус, Чайф, Агата, ну, иногда по настроению Ленинград. И я подумал, как их всех объединить, и как раз Свердловский рок-клуб является, объединил все, большинство моих любимых групп. Итак, немного, в принципе, из истории. Как вы уже слышали, рок-клуб был основан в 1986 году. В принципе, это не значит, что рока в Свердловске вообще не было. Он был, но как бы официально его не было представительства, потому что из-за властей было сложно организовать какие-то концерты, можно сказать, фестивали и репетировать. Ну, рок был запрещен. Это как бы понятно. Вот. И вот основался рок-клуб, где люди спокойно могли и выступать, и репетировать, и, в принципе, он помогал вообще людям как-то пробиться, чтобы их кто-то узнал. А сейчас-то все намного легче, допустим, есть интернет, и везде можно все посмотреть и договориться. Конечно, рок-клуб это был такой определенной командой. То есть в отсутствие какого-то человека в группе там всегда бы нашлось тот, кто его заменил. Допустим, какая-то взаимовыручка. Кто-то заболел или еще какие-то у него там проблемы, может быть. Ну, вот. И поэтому могли подменить спокойно и без каких-то там предвзятых там за что-то, там за бутылку или так далее. Попасть в рок-клуб, в принципе, было достаточно и легко, и сложно. Если ты талантлив, там постоянно набирались какие-то музыканты, и поэтому, как правильно сказать-то, вот, набирались музыканты, и если ты был талантливый, ты приходишь, тебя прослушивают, ты понравился, ты, в принципе, и попал в группу. А вот как раз именно группе было сложно пробиться, потому что ее прослушивали, и как вы знаете, то, что, в принципе, в рок-клубе было не так много групп, и большинство из них сейчас уже нам всем известны. Ну вот, и еще хотел рассказать, где находился, все уже знают, опять же, находился он в ДК Свердлова. Под руководством было, как я узнал, три человека. То есть президентом был Николай Грахов, который, в принципе, был основателем. И было также два человека, Рудольф Стерхов и Алексей Калужский, если не ошибаюсь, Алексей. Вот. Которые, в принципе, занимались администрацией и руководством. О Калужском я узнал немного, узнал только то, что у него был такой специфический внешний вид, достаточно артистичный человек, и узнал о такой традиции в рок-клубе. Перед выступлением музыкантам вместо слова «начинайте» или как какого-то пожелания кричали «Калужского на сцену», потому что как бы он представлял некоторых групп, и пошла такая традиция, что надо вот именно эту фразу крикнуть. Еще бы я выделил, на мой взгляд, одного из самых основных участников, это Илья Кормильцев, который был поэтом. Ну, он известный на всю Россию, в принципе, поэт. Он писал «Наутилусу», писал «Урфин Джуз», писал... А, «Насте» писал, «Насте Полевой». И, кстати, вот именно «Урфин Джуз» в составе дедушка уральского рока, как его называют, Пантыкиным, был один из самых первых групп, которая вообще там появилась. Ну, и вместе с группой «Трек», где солистка была именно Настя Полева. Всего... У рок-клуба было, как я прочитал, 4 фестиваля. То есть также по годам 86, 87, 88 и 89. Билеты я узнал у родственников, сколько они стоили. То есть по 3 рубля. Достаточно и недешево, и... Ну, смотря какая зарплата. Для средней это относительная такая сумма. Поэтому мне также рассказали, как поделывали билеты. Раньше же не было печатных, и они были ручные. И, ну, от ручкой, так скажем, написано. И поэтому многие поделывали билеты, проходили на концерт, у кого талантливая роспись, того и все получалось. То есть, по сути,
основными группами в рок-клубе, как я уже называл, были вот Урфин Джус, Наутилус Помпилус, Апрельский Марш, Чайф, Агата. И последними, кто вступил в клуб, это Смысловые Галлюцинации. Им немного не повезло, когда они вступили, уже перестала появляться потребность этого рок-клуба, потому что уже стали разрешать музыку, и получается, они вступили, и рок-клуб закрылся. Поэтому они... русского рока. В принципе, это как история Екатеринбурга и Свердловска тогдашнего. Единственное, что я не нашел ответа на два вопроса. Это первое, почему запрещали музыку, именно рок, коммунисты, и почему ее разрешили? Давайте поблагодарим Глеба. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. Сейчас Таня к тебе подойдет, все скажет. То есть все, что касается призов и так далее. Вот. Кстати, скажи, что это такое? Это билеты на Наив, да? На концерт группы Наив, билеты Глеба. Спасибо огромное. Он рассказал любопытную вещь, я просто вспомнил. Ну, забывается, много лет прошло. Фраза Калужского на сцену меня потрясла однажды вот чем. Барабанщик группы «Чайф» в то время, Игорь Злобин, у него был маленький сын, звали его Рома, сейчас, конечно, он вырос. Вот. И однажды мы после очередного какого-то сабантуя в рок-клубе пришли к Злобину домой, сидели там, пили чай, значит, о чем-то там разговаривали. И мы понимаем, что поскольку Ромку положили спать, то как бы комната просто открыта, чтобы он там не кричал. Ему было, я не знаю, года, ну, 3, может быть, 3,5. И представляете себе, когда в полной тишине детский голос начинает вопить: «Калужского на сцену!» Мы валялись на кухне, реально. Дети же, как обезьяны, что называется, привыкают к этому. А насчет поддельных билетов, для меня это, да, не новость. Это действительно делали. Поскольку, ну, вы сами знаете, когда наступил сухой закон, и на Толмачева, Ленина, был магазин, который сейчас закрыт, назывался он «Монополька». Так вот, студенты архитектурного института, а тогда были талоны, если кто-нибудь помнит, талоны на спиртное. Нам нужно выходить, да? Так вот, эти талоны подделывали, что называется, те же самые студенты. Билеты не проблема. Мы продолжаем. На 104.5 FM. Вик, а где? А вот он я. Появился. В Екатеринбурге 9 часов 41 минута. Мы ведем свой эфир из дабл-грилли-бар на 8 марта 8Б. Отсюда ведет не только аудиотрансляция, еще и идет видеотрансляция. Заходите на сайт rockarsenal.ru, нажимайте кнопочку «Посмотреть», «Послушать», «Смотрите» и «Слушайте». Ну, я приветствую всех тех, кто собрался. Доброе утро еще раз. Всем доброе утро. Очень рад вас всех здесь видеть, и мы продолжаем. Кто из вас... Да, видимо, Гражданка Никанорова. Никанорова, welcome, да, в эфир. Да, спасибо большое. Я собираюсь рассказать вам про человека, о котором столько всего сказано и написано. Он настолько человек разнообразных талантов, разнонаправленных талантов, что, в принципе, если вот это все поделить по-человечески, так по совести, то хватило бы на несколько очень талантливых, очень ярких, очень продуктивно работающих людей. На самом деле, охватить вот весь творческий путь, который, кстати, продолжается единым взглядом, единым словом, совершенно невозможно. Я сейчас говорю о человеке по имени Стас Намин. Настоящее его имя Анастас Алексеевич Микоян, назвали его в честь знаменитого дедушки.
Вот. Что про него говорит Википедия? Я просто зачитаю, что говорит Википедия. Значит, советский и российский музыкант, композитор, продюсер, художник, фотограф, режиссер-постановщик, продюсер театра и кино, создатель, лидер группы «Цветы», хорошо вам известный, организатор первого независимого продюсерского центра SNC, откуда вышли многие отечественные звезды. Он звезд продвинул на Запад с помощью этого продюсерского центра. Организатор первых в стране музыкальных фестивалей, в том числе Международного музыкального фестиваля «Мира» в Лужниках в 1989 году. Серии фестивалей «Единый мир» и так далее и тому подобное. Столько всего. Создатель группы «Парк Горького» и двигатель их на Запад. Мало того, человек еще занимается воздухоплаванием. У него свои воздушные шары по его конструкции сделаны. Он фестиваль воздушных шаров на Красной площади организовывал. Кстати, его первый российский воздушный шар назывался «Желтая подводная лодка». Но неудивительно. Что особенно приятно. А еще, между прочим, вместе с Сенкевичем, Хейрдалом, Макаревичем Андреем и Якубовичем, а еще с Максимом Леонидовичем и Леонидовичем Ярмольниковичем, они совершили кругосветное путешествие через остров Пасхи. 40 тысяч километров преодолели, побывали в Европе, в Африке, в общем, во всех странах мира. Это я только малую часть озвучила. Представляете, если по каждому из этих пунктов более подробно высказываться... Нас времени не хватит. Это жизни не хватит. Собственно говоря, что можно сказать? Человек действительно талантливый, очень активный. Человека знают и ценят на Западе. К нему в студию захаживают звезды первой величины, не чинясь с ним, не только фотографируются, но и общаются, беседуют, и дружат. Да. Вот Владимиру Александровичу посчастливилось тоже с ним познакомиться, я не знаю, насколько подружиться. Ну вот свои ощущения от Стаса Намина может изложить? Все произошло в 1988 году. Мы с коллективом под названием «Наутилус Помпилиус» по приглашению Стаса Намина посетили его студию «Парк Горького». Как раз вот буквально закончился, прошло, по-моему, месяца два, закончилась запись первого альбома группы «Парк Горького». Вот он нам показывал. Ощущения самые хорошие, то есть никакого снобизма. Человек совершенно спокойно рассказывал, показывал фотографии там с те времена. 88-й год, это трудно представить. Фотографии там с Питером Гэбриэлем, фотографии с музыкантами группы Kiss, с которыми они в Токио познакомились и так далее. Вот. Вообще любопытно, что неудивительно, что Анастас Микоян, уж так его зовут, занимается воздухоплаванием. Объясню почему. Потому что его, кажется, дядя — это тот самый конструктор самолетов МиГ. Микоян Игуревич. Это его прямой родственник, его дядя. Так что я думаю, что у Стаса с пониманием воздухоплавания тоже все хорошо. Нужно отметить, что знаменитый фестиваль в Москве в 89 году, организованный непосредственно при его участии, это, ну, может быть, кто-то помнит из здесь присутствующих, это было событие. То есть на сцене увидели Scorpions, увидели Bon Jovi, на сцене увидели Ози Осборна, Мотли Крю. Вот насчет Осборна не помню, да. Но Мотли Крю был точно, да. Скид Роу был, то есть, в общем, на тот момент практически весь цвет, что называется. Уникальное событие. Да, уникальное событие, за это ему отдельное спасибо. Я знаю, что существует много толков по поводу Стаса Намина и так далее и тому подобное, но как бы то ни было, человек огромных организаторских способностей, очень много что сделал для рок-музыкантов в этой стране, да и знаком со всеми, что называется, со всеми звездами первой величины, поэтому, вы уж меня извините, я предлагаю поаплодировать. У него сегодня день рождения, друзья мои. На самом деле, я думаю, что этому человеку следовало бы сказать спасибо хотя бы за то, что он сделал брешь в железном занавесе, из-за которых не только нам было плохо видно их, но нас было вообще не видно и не слышно. Так вот, благодаря Стасу Намину наших музыкантов увидели. Не только наши советские люди увидели западных музыкантов, но и наших тоже увидели. И у меня родился тост. Да. За брешь. За брешь. За брешь. Друзья, за брешь. Пьем. Что будем слушать? Мы будем слушать новую песню Пола Маккартни. Называется она «Queenie Eye». Ознакомимся. Поехали. Для меня лично особый счастливый момент, когда Юрий Борисович Мишков, наш коллега любимый, берет в руки гитару. Это так, Юра. Это не для красного словца и вовсе не для того, чтобы тебе сделать приятное. И Константин берет гитару. Это просто для того, чтобы...
сказать правду, да. Для меня это действительно очень счастливый момент, когда Юра музицирует в студии, сидя, просто так, для себя. Я себя чувствую абсолютно счастливой, мне не хочется уходить домой в этот момент, я хочу его слушать снова и снова. Правда, это так. Да, Юра. Да, сегодня Юрий Борисович приготовил для вас особый... Не надо изображать чайку. У меня лучше все равно получится. Сегодня он приготовил для вас особый конкурс, поскольку мы посвятили сегодняшний эфир отечественному року, то сегодня вы не услышите в его исполнении группы Queen и группы Beatles. Нет, ведь нет. Будут другие группы. Песни, несомненно, вам знакомы. Если вы узнали песню, дайте Юрию Борисовичу доиграть фрагмент. Поднимайте руку, если вы готовы, то выходите и называйте название группы и коллектива. Специально песни. Для братьев Дорошенко объявляю первый приз. Хорошо, ох, хорошо. Вова, вот первый приз. Вот это первый назови приз. Назови его, пожалуйста. Спасибо. Что это? Там написано. Это билеты, я вижу отсюда. Ребята, это клубный концерт на коллектив под названием Би-2 в телеклубе. Ага. Все готовы? Юрий Борисович, хочет? Кто хочет, поднимите руку. Немногие хотят, а все хотят. Хорошо. Да, хотят. Юрий Борисович, вам слово. Я готова. Давай. Русский рок — такая вещь специфическая. В общем, все сводится. Слишком, да, много. Тем не менее, не буду называть коллективы. Это просто известные песни, которые, ну, вы наверняка знаете. Песню тоже всю не буду играть. Бесполезно это все. Сидишь всю ночь, репетируешь, подбираешь тональность, играешь две ноты и капут. Поехали. Итак, приз. Приз объявлен, приз назначен. Звучит волшебная мелодия. Сейчас я объясню. Братья Дорошенко сказали мне в прошлом завтраке, мы теряем мотивацию. Я забыл добавить одну вещь. Ты потенцию не теряй. Постараюсь. И ориентацию. Ну, как бы повторяя рубрику «В чем суть», я скажу, это песня группы Nautilus de Pompilius «I wanna be with you». Похлопаем. Так, не уходи, не уходи, не уходи, не уходи. Два билета, держи. Чтоб ты не терял мотивации. Следующий. Следующая песня. Вот действительно кухня. Внизу все время что-то звенит. А люди приходят, делятся. И появляется новое. И вот примерно такие песни где-то в конце 70-х уже звучали. Теперь это, конечно, махра. Так, друзья. У нас сегодня нет радиомикрофона, к сожалению, не получилось. Призом является концерт на... Билет на концерт. Билет на концерт. Что-то сказал первое, потом продолжение не могу. Билет на концерт группы «Мельница». 10 лет по дороге Сиа. Сна. Сна? Это буквально фантастика. Ну что ж, друзья мои, группа «Мельница», Юрий Борисович, приступайте. Thank you.
не потеряете мотивацию. Как песня называется? «Костер». А кто играет? Кто играл? Кто? А, Юрий Мишка поиграл. А группа-то какая? Ну, коллектив-то как называется? Machine Time. Time Machine. Машина времени. Петрович, не уходи далеко. Все нормально, держи два билета. Поздравляю. Так, ну и все. Так, дадут нам третий приз, да? Дадут. Давайте посмотрим, что это такое. Что у нас в третьем призе? Да. Билеты на концерт группы... Вот я вечно путаю ударение. Люмен или Люмен? Люмен, да? Первое. Люмен. Итак, билеты на концерты группы Люмен. Юрий Борисович. Кто любит Люмен? Есть такие? Их мало. Вон там девушка машет рукой, Люмен любит. Вот. А любите? Слушайте. Эти ноты, я уже понял. Слушайте, какая жалость, что Леван Лавидзе не поиграл с Юрием Борисовичем, да? Согласитесь? Аплодисменты. Я точно видел, что Глеб первым поднял руку. Иди сюда. Только быстрее иди, у нас время идет. Как называется песня? Ты ушла рано утром? Нет. Юрий Борисович. Именно такое. Нет, абсолютно правильное название. Нет, это неправильное название. 50 секунд. Хорошо. 50 секунд. Чиша компания. Правильно. Понятно, название песни. Чиша компания, но песня называется по-другому. Кто готов правильное название? Какой-нибудь блюз, по-моему. Тихо. Вот, ребята, мы договорились на берегу. Кто знает, выходит и называет. Не обижайся, проходи дальше. У тебя есть подарок сегодня уже. Вот. Поэтому я с места ответ, простите, принимать не буду. Песня называется «Перекресток», разумеется. Вот. Поэтому аплодисменты Юрию Борисовичу Мишкову. Дом восходящего солнца. Утреннее шоу на Рок-Арсенале. В Екатеринбурге 9:58. Доброе утро, дорогие друзья. Мы ведем свой эфир из Дабл Грилли Бар на 8 марта 8Б. Сегодня здесь очень тепло было, потому что, ну, увы, все когда-нибудь завершается, подходит к концу, несомненно. Ну, и завершается наш выездной эфир, конечно же, куда же без этого. А музыка остается. Она остается с человеком. Да, она с ним не прощается, угу. Она будет всегда. Спасибо большое всем тем, кто был сегодня здесь с нами. Спасибо всем тем, кто был... 4.5 FM, оставайтесь там же. Мало того, у нас сегодня было еще и видно, да, гражданка Никонорова? Да, нас было видно, и это все благодаря кинокомпании «Рада Студия». Чем занимается эта компания? Многокамерная видеозапись, интернет-трансляция мероприятий и событий, производство представительского видео, оцифровка домашних архивов, аудио, видео, кино и фото, телефон 206-96-36. Спасибо, ребята, я видела, как вы реагируете, вы не чужие на этом празднике жизни. Спасибо за то, что вы с нами сегодня. Ну и, друзья, завтра нас не будет в эфире, но недремлющее око, язычный голос Алексея Коршуна... Не голос, клёкот. Клёкот Алексея Коршуна напомнит нам о том, что с этого дня в 1966 году была запущена цепь событий, которая, увы, привела к распаду величайшей группы в истории рок-музыки. О чем идет речь, слушайте Алексея Коршуна на волнах рок-арсенала.
Ну а напоследок мы поставим песню очень знаковую, очень любимую. Не только жителями Екатеринбурга, Свердловска, но и всей нашей необъятной родины. И эта песня, как никакая другая, подходит для нашего сегодняшнего прощания, потому что так она и называется — «Прощальное письмо». Под эти прекрасные звуки, кстати, чарующие, они будут чарующие, исполнены группой Агата Кристи, а не оригинальными исполнителями, мы будем расходиться по домам. Впрочем, никого никто никуда не гонит. Мы можем остаться здесь и продолжать завтракать, и пить кофе, и общаться. Но, тем не менее, программа наша заканчивается. Владимир Назимов, Антон Башков, гражданка Никанорова и все наши друзья, все наши гости в Дабл Грилли Бар строили, и, наконец, построили Дом восходящего солнца!